Запускаем трансляцию. Итак, так. Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас очередной стрим. Вот, со мной сегодня будет присутствовать Николай и Тимофей Фадеев, вот, продюсер игры. Мы будем заниматься обзором обновления, тестить питомцев, выбивать яйца, прокачивать их, смотреть на максимальную прокачку такого героя, как Трикси. Вот, и у нас сегодня русский билд, то есть русский непосредственно клиент. Такой, какой будет у нас на русском сервере после обновления. Всем привет, ребят! Привет, привет! Здорово, здорово! Обновите страничку, если что-то не так. Мы сейчас будем проверять, как оно будет работать. Да, потому что, кстати говоря, он сейчас... почему-то принудительно его нужно это самое обновлять. Так, я что-то чата не вижу, ребятки. Так, музыка пошла. У меня тоже на самом деле трансляции нету. Ты обнови страничку ВК. У меня вообще все замечательно, на телефоне смотрю. Отлично. Так, ну я себя тоже увидел, ребятки. В любом случае, у кого возникнут проблемы с просмотром, вы можете что сделать? Потом на моем канале посмотреть. Да, потому что, кстати говоря, он чат... почему-то принудитель. И можете посмотреть запись. Вот. Все, погнали, друзья. Ну что, давайте тогда пройдемся, наверное, сразу по списку обновления, по пунктикам все разберем. Вот, и пока я тут буду ковырять это все тело, Тима, наверное, расскажет, почему опять были проблемы на китайском сервере, на тайванском. Почему не завтра не будет обновы? Почему опять? Не опять, а как бы, ну, такое бывает периодически. Но в этот раз это было серьезно, поэтому... поэтому лежал сервер почти сутки, и поэтому в этот раз мы не выкатим часть с помощью гильдий и вот со всеми этими историями, когда можно запросить помощь у сагильдийцев или наоборот помочь всем сагильдийцам. Система как раз-таки сложила сервер, поэтому в этот раз мы это все уберем, это будет в следующем уже обновлении или через одно. Вот. Ну и, соответственно, из-за этого задерживаются и все остальные обновления. В идеале, конечно, ну, я надеюсь, что на этой неделе все случится, но более точно сказать нельзя, потому что мы тестируем и выкатывать сырую версию, я думаю, ни вам, ни нам не интересно. Да. Поэтому нужно набраться еще немножко терпения и посмотреть наш стрим. Ждем релиз ВКонтакте, что завтра обновление, месса тоже проходите. Так, ребятки, пишем, что как у вас тут по записи, хорошо все, нехорошо, у кого-то лагает все равно. Нам ВКонтакте сказал, что нужно стримить в 720p, мы это делаем, и все равно у кого-то возникает... У меня на трех устройствах работает замечательно, так что интернет-скорость всего лишь 10 мегабит в секунду. Я нахожусь в гостинице, так что так. Так что что-то, если не работает, это проблема с вашим девайсом, с вашим интернетом. Хорошо, ну я говорю, так, в любом случае, можно запись будет посмотреть на моем канале, Князь ТВ называется, вот. И еще, кстати, подписывайтесь на канал Николая, вот, также, по битве замков видосики. И воспользуюсь возможностью сразу на правах ведущего данного стрима, из-за того, что запустил стрим, у меня должно было выйти видео с рекламой моей второй гильдии под названием «Диктаторы», так что, ребятушки, если у вас есть 130 тысяч сил, и вы не рукожоп, вы активно играете, развиваетесь, вы взрослый, адекватный, то мы вас ждем с удовольствием в нашу гильдию диктаторы, босс 21.00. Ребятушки, вступайте. Вот. Если вы на битву гильдии не ходите, не вступайте. Я не понимаю, зачем это делать, все равно вас исключат. Вот. Ладно, погнали тогда. Сейчас будем на список смотреть. Вот у нас сейчас так вот выглядит Трикси. Вот. И ты ее назвал ведьмой, да? Да. О, классно. Вот. А почему, допустим? Ну, у нас же Хэллоуин. Это герой, который в первую очередь, ну, связан с Хэллоуином, я так понял. Да, естественно, он выходит под Хэллоуин, она у нас на заставке на новый хэллоуинский, то есть как бы... То же самое, как в свое время Князь Тыква появился под Хэллоуин. Там Влад Дракула. Да. Вот. Отлично.
Хорошо, вот у нас прокачано на десятку, но давайте тогда пойдем по пунктам, по списку обновы и будем смотреть. У нас он присутствует. Так, новый герой этого Хэллоуина, ведьма. Первый пункт, мы к ней вернемся чуть позже. Идем дальше. Настала эра питомцев в Castle Clash. Добавлена добавлена система выращивания и тренировки крутых питомцев. Каждый герой теперь может взять в битву питомца. Питомцы будут использовать свои навыки в бою, помогая героям. Разные комбинации питомцев будут давать разные специальные эффекты. Такой получится у нас небольшой крафтинг. Далее, третий пункт. Добавлены 3 новых вариации архидемона, ребята. Блин. Чтобы скучно не было. Чтобы нам и так. Нам и так не скучно, Тима. У нас уже пол алтаря перекурочено для каждого там этого архидемона. Вот, а вы еще 3 новых добавляете. Ну, ужас просто. Какой-нибудь, на которого действует разброс. Да, пожалуйста. У меня хотя бы есть разброс. Вот. Идем дальше. Добавлены осколки героев. Собрав все осколки определенного героя, вы можете обменять их на этого героя. На данный момент сбор осколков недоступен. Следите за официальными объявлениями в игре и в наших социальных сетях. Мы оповестим вас о запуске. Вот. Дальше. Улучшение. Добавлена надпись о том, что ваш почтовый ящик пуст. Очень нужно. Там не было, почему бы нет? Очень нужно. Очень нужно. Просто, я без нее жить не могу. Просто супер. Не знал, да. Тим, спасибо вам большое. Тайванцам большое спасибо за это. Вот, ну, реально, от души. Исправлен баг в отражении списка сагильдийцев. Я как бы не знал такого бага, если честно. Ну, не у всех он бывает, но как бы теперь его не будет ни у кого. Хорошо. Новые квесты больше не будут требовать от игрока вызова боссов. Вот это отлично. Меня запарило тратить самоцветы на эту тему. Но если вы взяли квест на босса гильдии до обновления, вы все еще сможете его закончить. Вот оно как. Доска квестов теперь активируется на 3-м уровне ратуши. Но это уже для новичков. А, кстати, я... Был 7-й вроде. Раньше 7-й был, да? Вроде как. 6-й или 7-й, что-то такое, мне кажется. А, ну нормально. Квесты «Пришествие монстров» будут открыты для игроков от 1500 силы и выше. Ну, чё, нормально тоже. Добавлен еще один слот под героя. Ура! Ну, я так понял, теперь с каждым добавлением нового героя будет добавляться один слот. Теперь у нас в игре будет 72 слота под героев. Это, в принципе, я так понял, Тима, все, да? Весь список улучшений. Ну да. Да. Ну, я тебе говорю, пришлось часть фич убрать, потому что как бы, ну, они заработали криво, и, соответственно, мы пока решили их не выкатывать, еще допилить. Хорошо, и вот у меня вопрос. Вы исправили баг в отображении списка сагильдийцев. Это единственный баг, который исправлен? Ну, то, что ты видишь, да. Просто... Не все баги исправляются сразу, я еще раз говорю. То есть мы все получаем, а разработчики уже сами расставляют приоритет в зависимости из-за своего расписания. Там не так много человек трудится над игрой, и, соответственно, помимо того, что нужно выкатывать новые фичи и постоянно что-то допиливать, при этом еще 100-500 версий, поэтому как бы, ну, не все так быстро. По крайней мере, они все приняты, они в работе, но вопрос в том, в каком именно обновлении, что именно будет исправлено. То есть это не будет так, что, грубо говоря, вы сообщили о баге, его исправили в следующей же обнове, потому что некоторые баги достаточно критичные, там, знаешь, как ремонт дома, начнешь делать что-то одно, и за этим потянется второе, третье, пятое, десятое, и как бы не все так просто, что-то правится. Но в любом случае работа идет, и как бы, ну... Просто я тебе говорю, как сейчас будут... Ну, я тебе говорю со стороны игрока, да, при том, что у нас огромнейшее количество багов, которые мы уже вам и присылали, и озвучивали, и достаточно таких, ну, неприятных, серьезных и так далее. Это касается битвы гильдии, атаки фортов и так далее. И, ну, сейчас люди, увидев то, что вы исправили баг в отображении списка сагильдийцев, причем это баг, о котором, наверное, никто не знал, ну, по крайней мере, я ютубер, которому люди не пишут слышал. Постоянно, я не слышал, да, что странно. Вот, и я думаю, что
ну, будут недовольства в этом плане. Но будем надеяться, что когда-нибудь баги все-таки справятся. Да. Недовольство всегда бывает. Ну, я тебе касаемо недовольства, я тебе говорю сейчас мягко. Потому что все очень ждали, что исправится баг с переоживлением героев на битве гильдии, с тем, что творится сейчас. Я не встречал ни разу. Вот как бы мы, кстати, на самом деле многие баги, которые вы нам сообщаете, например, разработчики у себя воспроизвести не могут абсолютно. То есть, ну, пытаются, делают, но у них все окей работает. Соответственно, как бы, ну, то есть, тоже еще вопрос. Некоторые баги просто невозможно воспроизвести снова. А как бы если их нельзя воспроизвести, их невозможно выловить. Так, хорошо. У нас теперь грамотный, надеюсь, переводик умения нашей ведьмы. Вот это... Я старался долго. Хорошо. Да. Вот если что-то сейчас мы не поймем, ты уже будешь тогда сам объяснять. Умение называется «Злые чары». На 10 уровне прокачки наносит урон, равный 400% от атаки, я так понимаю, да? Вот, ну, атаки, да. От атаки, да. А вот вопрос сразу первый. Вот дальше не читаю. 400 это 5 игрокам или каждому из 5 получит по 400 урона? Хороший, кстати, вопрос. Надо что-то там, ну, как бы описания этого не было. Надо вообще проверим. Это просто, знаешь, самая суть, это почти в каждом герое интересно именно вот подробности. Вот по поводу этих процентов, количество героев и количество секунд. Это все делится или как-то вот это вот всегда непонятно. Что это, кстати, нигде об этом, про это не говорили. Давай проверим сейчас в полях. Да, у нас для этого и есть тестовый, собственно, сервер. Хорошо. По 5 разным целям и снимает их бафы. Также призывает 2 тыквы 200 уровня на 15 секунд. Кулдаун 10 секунд. Знаешь, за эти 15 секунд эти тыквы, я чувствую, могут просто многое вынести всех нахрен, что и там на кулдаун вам уже будет всем все равно. Имеет встроенный талант бог войны 8 уровня. Умение тыквы наносит урон, равный 280% атаки ближайшему врагу и уменьшает его энергию на 85 единиц. Кулдаун 3 секунды. Имеет встроенный талант самоуничтожения 8 уровня. Не может быть оживлена. Хорошо, вопрос тогда следующий. 280% это от ее атаки или у тыквы какая-то своя атака есть? От ее атаки, у тыквы, соответственно. Mm-hmm. Получается. Насколько я понимаю, этот талант. Ну просто у одержимого, видишь, по-другому чуть. У него укротитель, там у него свои. Ой, у этого мишки свой урон есть. Ладно, будем тестить дальше. Хорошо. Так, ну мы в принципе, я надеюсь, что мы даже можем сегодня сделать этой тыкве вторую эволюцию. Вот. Ну, не ведьми. Короче, ведьми можем сделать вторую эволюцию. Она на самом деле прикольно выглядит. Она мне нравится, как она выглядит. Необычно, то есть какая-то механика новая. Вот, на этот раз обсирать я не буду все это дело. Вот. Нечего обсирать. Ну, по нечего обсирать. Да. И единственное, что могу сказать, что, знаете, попахивает очередным имбовым героем. И я даже не знаю. Мы же обещали противовес Вальтору. Это противовес? Нет, конечно. Ну, единственное, что могу отметить, такой факт. Когда, допустим, вы выпускаете героя, ну, такого немножко слабенького, недооцененного, или, вот, знаете, типа химеры, там, еще кого-либо, да, сразу все начинают ругаться и вонять на тему того, что герой говно. Вот, какой ужас, такого героя добавили. Когда добавляется достойного героя, имбового, который просто всех разносит, начинаются слезы и визги по поводу того, что это слишком имбовый герой. В принципе, конечно, не угодить, но... Блин, у меня уже нету двух последних героев, и я из-за этого повода переживать начинаю. А при том, что еще самоцветы придется тратить на... Хотя... Яйца. Да, на яйца, ну... Будешь что-то... ловить вот каждый день по 452 раза нажимать и новых героев ловить каждый день. В 12.01. Зачем я квест прохожу здесь? Ну ладно. Так, с чего начнем? Чтобы у нас... яйцо дополнительно дали. Можем начать с яиц. Давай. Получить яйца. Открываем.
вырастить. Да, подкрываем. У нас тут 3 зеленых яйца, 5 синих и 9 фиолетовых. К сожалению, разработчики не могли взять и сделать так, чтобы питомцы были прокачаны на максимальный уровень. У нас и не стояла задача как бы сразу показать все по имби. Мы делаем ознакомительную тему про обнову, то есть, соответственно, показать просто, как это все выглядит в русской версии тем, кто там не играет на тайваньском сервере. Вот. Ну и плюс увидеть это все-таки в том виде, в котором оно будет у нас выпущено. Поэтому мы просто как бы ознакомительно делаем историю. Потом уже позже будем ставить эксперимент. Вот как. Давай. Хорошо. Ну что, давай с зеленых начнем. Давай. Ну давай. Получить давай. Сейчас. Сразу. Так, зелененькие яйца. У нас с зеленых яиц выпадает по 3 героя, причем могут выпасть как и крутые, так и не самые лучшие. Вот. У нас, кстати, по яйцам получается такая история сейчас. Слушаем. Мы выложим этот гайд еще ВКонтакте, но вот чтобы все понимали, что зеленое яйцо содержит 3 питомцев, и инкубационный период этого яйца 4 часа. У синего редкого 6 питомцев, и период 8 часов. И у легендарного фиолетового 9 питомцев внутри, и инкубационный период 12 часов. Ну, соответственно, любой период можно либо просто прождать, либо открыть тут же за самоцветы, ну, или в будущем попросить помощи у сагильдийцев, что сейчас... Когда вот вы это пока добавите, да? Пока это не смогло работать правильно, но поэтому пришлось... Не, ну, на самом деле это радует, понимаешь, что здесь не будет такого, что с зеленого яйца ты будешь получать только говнище всякое. Да. Отличается только реально тупо количество питомцев, которые будут выпадать. И это на самом деле, ребят, очень классно. Далее, начинаем открывать синие яйца. Здесь уже нам будет падать по 6 питомцев. Так. Опа, огневик. Да. По мне не понравился, честно, огневик. Может, конечно, я его не раскрыл способности. Ты, наверное, не распродавал, там способности вот у него достаточно мощные. Ну, я на китайском не понимаю, что он написано. Ну, вот поэтому мы играем на русском. Ангелочек, ангелок, ангелок. Это, кстати, очень крутой герой. Кстати, тут тема прошла, что вы то ли изменили количество питомцев, нужных для прокачки там второго уровня питомца, то ли осталось так, что для прокачки всех питомцев на второй уровень нужно 2 питомца, а для прокачки ангела нужно 3. По-моему, для всех одинаково, насколько Нет, я... на китайке сейчас для ангела 3. На всех остальных. Может быть, он, видимо, самый имбовый оказался. То есть, ну, опять же, я говорю, на Тайване, по ходу дела, мало того, что они тестят баги, там еще и на ходу могут какие-то вещи подкручивать, менять, потому что там, понимаете, одна история, ну это как бы, я думаю, не секрет ни для кого, и я тут сейчас Америку не открою, но, естественно, одно дело, когда это выглядит у гейм-дизайнеров и у программистов на бумаге и там еще как-то, а другое дело, когда обновление выходит в лайв, и ты можешь смотреть, как реальные игроки в реальном времени взаимодействуют с твоими фишками, с новинками, как это отражается на балансе и т.д. и т.п. То есть логично, что, опять же, во время теста на Тайване что-то подкручивается, что-то может меняться. Поэтому, возможно, у меня не самая последняя информация. Нам очередной раз выпал ангелок, что достаточно неплохо. Пишут, убавь качество, интернет здесь мегабит не грузит. Ребята, можно будет посмотреть запись. Я уже не знаю, что делать. Все вопросы к ВКонтакту. Вот. У кого-то нормально. Я думаю, мы последний раз пока проводим официальный стрим ВКонтакте. Потом, я думаю, подождем, когда они уже наконец выкатят тоже из беты эту штуку. То есть вот даже такой сайт, как ВКонтакте, казалось бы, который типа там самый крутой и старый, тем не менее, вот у них тоже бывают проблемы. Так что это стандартная история. Не везде гладко все проходит. Хорошо, ангелок нам выпал. Идем дальше. Ну или можно будет стримить, не знаю, на моем втором канале или там у кого-то у других ребят. Так, о, два ангелочка выпало. И посмотри, она так светится, прикольно. Ну, даже как будто... Легендарно. Да. Ну, то есть падает неплохо, сами видите. Ну, зеленого света больше шансов. Такое чувство, что да. О. Ну да. Их просто, ну, соответственно... Да, понятно. Больше... Кажется.
Кто-то пишет, что 6 мегабит пойдет отлично. Понимаете, ребята... У всех все по-разному, на самом деле, реально. Тут как бы, ну, не от нас проблема. То есть это может быть проблема у вас лично или там вашего конкретного соединения с конкретным сервером ВКонтакте. Вот после стрима, как мы окончили, да, получается, Кудрин не смог запустить повтор на ВК. Единственный из 5 человек. Ну, у нас всех работало, а у него нет. У меня тоже иногда работало, иногда не работало. У него компьютер, извините, неплохой, не слабенький, интернет у него хороший, сотка. Ну, поэтому мы с вами, можно сказать, тоже еще и тут в бета-тесте участвуем. В общем, у нас прям бета-стрим. Вот, а сколько у нас онлайн сейчас? 1500. Ну, видишь, из-за прошлого стрима уже никто не хочет идти. Так. Ну, почему-то еще не пришел пуш, насколько я видел в этот раз. Да? Нет, приходил. Он приходил на какой-то баганутый стрим, который вдруг вылез полчаса назад сам по себе, когда никто не создавал это видео. Так, у нас... Что, у вас опять ничего не работает, что ли? О, с нами Михаил, канал Уран 83, также посвященный игре «Битва замков». Вот, зрителям и участникам. Мы тут, давай сразу, короче, Миха, мы расскажем тебе, о чем мы тут говорили. Мы прошлись по списку обновлений, которые будут в игре. У нас сейчас русский билд, то есть, типа, русская версия, да, сервера. И практически финальная. Практически финальная. Прошлись по всему списку. Кто-то отпал. Мутим такой обзорчик. Кто у нас? Мне кажется, он пропал. Да, он не отвалил. Он, короче, такой... Вы без меня весь список прошли? Да ну вас! Так, слушай, ангелочки и вот эти вот, как он называется, этот огнедышащий, они очень хорошо падают. Огневик. Огневик, да. Ух ты. А в игре есть где-то описание, в самой игре, вот так же, как с героями, есть описание этих? Конечно, на него нажимаешь и показывают. Сейчас, тогда. В смысле, описание какие? Скилла его. Да. Конечно. Еще ангелочки. Вот сейчас зайти, там еще... Мы еще сейчас будем выкладывать ВКонтакте полноценную такую питомцепедию, скажем так, где туда загрузим и по мере добавления будем загружать новых питомцев и их, соответственно, подробно расписываем. Здание что умеет прикольное. И прочее, если будем знать какие-то, например, удачные комбинации, то там какому герою его лучше прикручивать и т.д. Коля, обрати внимание, 5000 очков здоровья, то есть на битве гильдии оно, по сути, сильно не помешает. Да, я вижу. Защитить. Так если она с третьего уровня ратуши доступна, то есть это как бы... В плане того, что в здании не так много здоровья, и дальники не смогут на нем как бы набрать энергию. Открой яйца, которые он вытащил сейчас. Сейчас, пошли. Потом приступим. Вырастить. Так, зелененькие. Князь, снизь качество. Все, ребят, успокойтесь, кто хочет, потом посмотрит на моем канале. Я сразу после этого стрима возьму и загружу. Там не буду ничего монтировать, ничего. Вот просто возьму и загружу, ребятки. И все будет хорошо. Кто не это, кто не подписан, это Князь ТВ называется. Ну а что тут надо же, ёлки-палки, да, рекламиться. Все, там, все ради дела, На 100 человек больше подписалось. Вот мне Феникс понравился вот этот вот, как он себя ведет. Так, я хорошо. Вы меня еще не хватились? Нет. Да даже никто не заметил. Да. Я просто не успел включить скайп, это милое создание решило обновиться, самой закрылось и все. И на словах мы тут немножко обозрели обновление, я больше ничего не слышу. Смотри. Видишь, а тут и ангел, и огневик по 3 надо, на китайке надо 2. Ну вот на уже кого-то, по 3. На кого-то 4, на кого-то 3, то есть, ну. Уже везде 3 должно быть. Не, G4 это уже не первого уровня, уже второго точнее. Короче, последняя обнова на китайке, кто не знает, была вчера или сегодня. Для первого уровня теперь нужно 3 штуки. Да, видишь, они для всех, Коля, они не только для... Я говорю... они для всех, то есть если ты успел у кого-то улучшить, то да, успел. Да, да, то тебе повезло. Да. Потому что в YouTube... Я говорю, поэтому мы по ходу дела подкручиваем какие-то вещи, то есть, ну... Поэтому, еще раз говорю, поэтому Тайвань мучается, во-первых. Я говорил уже, из-за этого у нас откладывается, потому что это, ну, поймали большой баг, и как бы просто не успеем его починить к этой просто обнове. В группе... Иначе, или придется переносить обнову на ноябрь, я думаю, никому этого не захочется.
Просто в группе... поживем без помощи. Просто в группе ютуберов там публиковали, что уже теперь по 3. Потом вроде посмотрел, ну хорошо. Потом с Колей созвонился, он говорит, по 3 типа не всем, а вот только там легендарным, да. И... А тут оказывается все-таки всем. А, но... а теперь надо улучшить, посмотреть, что там будет. Следующий будет 9 или как? Количество... Нет, все остальные уровни вроде нормально остались, как и было. Посмотри, и мы... То есть плюс по 2? Ну, первые 3, а остальные как и было. У тебя все бонусы активировались, смотри как это. Ну все, мы а на бонус на русском уже. Дайте хоть почитать, что дает. Мы потом нафармили, мы нафармили, короче, всех питомцев, скрафтили, можно сказать. Теперь у нас как бы все есть. И тут интересная фишка, смотри. Если вот, допустим, тут 3 питомца, один из них только 2 уровня. Когда они будут все 2 уровня, автоматически да, поднимется и бонус. Будет 2 уровня. Да. Так, далее. Хорошо, давайте, мы на прошлом стриме проходились, давайте еще раз на русском посмотрим. Первый бонус, бонус опыта подземелий, experience, то есть опыт. Это, ну... Только подземелье. Это шикарно, угу. Как бы, почему нет, 138 тысяч плюс еще 10%, вот, отлично. Да, еще 13 700. Ну, по чуть-чуть и огонь. Дальше, бонус ускорения стройки. Ну, для личного... Так... Для лично моего аккаунта у меня постройка будет строиться не 2 месяца, а там месяц и 27 дней. Хорошо. 20% это нормально, если на 26 уровне. Ну, ты докачай до 26 уровня. Я думаю, твои сыновья и внуки будут докачивать. Ну это уже понятно, что игра уже такая, семейная. Поколение, преемственность. Ну, будем в наследство, знаешь, там нотариусов оформлять. Да, аккаунт в наследство. Мой аккаунт. Виталик, твой дед оставил тебе в наследство аккаунт. Вещание написал, 475 тысяч. Закачай этих питомцев. Да, 475 тысяч силы. Присутствуют 93 вида героев из 230 возможных. Так, надо как Руслан нам звонит, надо как-то его добавить. И как ты его добавишь? Это тебе что-то так добавил. Так, добавить участника. Руслан Кудрин, мнимый плей. Так. Он появился, да? Он домой, наверное, приехал. Так, секундочку. Секунду, ребятки. Вот, Руслан. Добавить разговор. Руслан, привет! Привет! Ну, мы будем продолжать, ты, короче, вклинивайся. Сразу скажу, что прошли... Да я смотрел. А что ты не присоединился? Сразу. Да, что-то как-то так. Как услышал дичь, сразу присоединился, да? Да, ну что, давайте дальше. Давайте дальше. Хорошо, уменьшение цены постройки, окей. Дальше, бонус ресурсов с рейда. Золотая база. Ну... Ладно. Притом этих питомцев ты прокачиваешь, их одевать даже не надо на героев, идя в локацию, чтобы получить эти бонусы. Просто прокачал, да. Все, у тебя это есть бонус. Автоматом, да. Так, а дальше. Вот это что? Бонус защиты ресурсов. Ты потеряешь меньше при твоем рейде? Ну, при... ну если на тебя нападут, да. Ага, ладно. Какой ужас. Это чисто совар. Вот, бонус ускорения оживления. Ну, вот я. А, вот она что. На 50%, вот это уже неплохо. Тим, а здесь вот комбинация, то есть эта комбинация, она, типа, комбинация прокачки всех этих героев должна быть до определенного уровня, чтобы получить этот бонус, да? Ну да. Все должны быть 26. То есть максимальный уровень пэтов сейчас 30-й на данный момент доступный, в принципе. То есть, соответственно, как бы качаются герои, и максимальный уровень вот этого бонуса будет 26-м. То есть, ну, на 30-м уровне всех трех уровень этой штуки, как бонусы, получается, будет 26-м. Угу. Улыбайся. Что это было? Сейчас забанят. Так, прикольное, кстати, это название у рыбки Баблоу. Бабло. Кстати, вы уже смотрели, как Бабло. Это? Сейчас будем смотреть. Дальше смотрим. Бонус красных кристаллов. Ну, лучше бы синих, честно. Лучше бы синих. Да, лучше бы будут синих. Будут у них другие питомцы, не торопите события. И бонусы будут другие, правильно? Конечно. Это только начальная, как бы, ну, история. Бонус кристаллов подземелий. Вот, это тоже вот это огонь. Но, уже как минимум есть двое героев. Это бабочка. Слоник. Еще слоник, который появится только в следующем. И там еще их нарисовано столько, что страшно. Не факт, что все в серию пойдут, правильно?
По одному, по два буду добавлять. Потихонечку, да, буду добавлять так же, как героев, то есть, ну, будет чем заняться. И короче, скоро будем ходить, как я уже говорил на прошлом стриме, зеленью в рейды, но с питомцами прокачанными, и все хвалить. А причем ты даже можешь, то есть, ну, пофигу, у тебя там, не знаю, 4 паладина, ты на каждого можешь нацепить разного питомца и получить крутую комбинацию в битве. Касаемо того, с какого сервера я смотрел трансляцию, ребят, у кого возникают проблемы, посмотрите через браузер мобилы своей. То есть через приложение ВК не работает. Лучше через браузер. Ребят, тут печально, что князю Black Swan пишет. Печально, что князю насрать на то, что мы тут пишем. Печально, что ты не можешь понять, что от меня здесь абсолютно ничего не зависит. И в любом случае, ты в дальнейшем можешь посмотреть записи данного стрима на YouTube. И также люди в чате пишут советы, как избавиться от этих лагов. Так что печально, что ты на это все не обращаешь внимания. Извини, дружище. Так, вот. Я сейчас выглянул в окно и увидел со стороны Риги северное сияние. Бомбануло, да? Подгорело так. Не, ну, те ребята, которые подписаны на мой канал, они знают, что меня может, ну, это меня не бомбануло. Да, понятно, это так, ты так чуть-чуть вспылил. Хорошо, погнали тогда. Погнали. Ангелок. Ангелок, первое название героя, смотрим. Уменьшает Ставим. Урон, наносимый союзному герою с наименьшим здоровьем на 40% на 3 секунды. Это, блин, это круто, это тем... Это первый уровень. Это первый уровень. Это первый уровень, и это... У нас есть 100 миллионов КГ, чтобы прокачать ему на второй уровень сейчас. И посмотреть, как на второй. Чего? Какие 100 миллионов КГ? Ты чё? Слушай, смотри... Если читать дальше, также восстанавливает его в размере 240% от атаки питомца. Кулдаун 6 секунд. Я вам могу проспойлерить и рассказать, что будет на последнем уровне. Давай. Там будет 70% и 800% от атаки. А будет это складываться с умениями героев как-то? Не, у них свои как бы. Ну, естественно, вместе. Тут там гаргул и плюс еще вот это. Тима, вот мы сейчас читаем умения... Мы читаем умение данного питомца, и у меня к тебе вопрос, почему ты его назвал Ангелок, а не, к примеру, Бастард Гаргула? Ну, Бастард Гаргула. Не знаю, но мне показалось, что нормальное название, потому что в английском... Английское название. В английском он мини-энджел, и как бы что-то мини-ангел как-то очень странно. Ангелочек. Плюс очень длинно. Есть особые проблемы в том, что нам нужно укладываться в определенное количество символов, с чем и я борюсь, чтобы игра не выглядела как 2 года назад, когда у тебя все там через кнопки вылазит в 2 строчки, там все уродко, криво-косо. Мы сейчас пытаемся подогнать, как-то более-менее сделать это все красивенько, потому что предыдущим коллегам было наплевать, как это выглядит. Вот, мы так, это чертенок, мне вот это непонятно. Какой чертенок? Вот, огневик. Я смотрю трансляцию позже. У меня демонстрация для вас в скайпе включена. Да. Огневик имеет 60% шанс нанести урон, равный 200% атаки. Питомцы... Блин, я не... Ты... Атаки там питомцы. Ошибочка. Это уже исправлено, в релиз уйдет правильный текст. Это, ну, мы не в последнюю версию играем. Я сегодня это уже отловил, эту опечатку, и уже подправил. Хорошо, имеет 60% шанс нанести урон, равный 200% атаки питомца, так? Ближайшему вражескому герою с наименьшим здоровьем, когда он атакует. Также снижает атаку и скорость атаки цели на 30% на 3 секунды. Слушай, да, это такой... Это Варлок. Мини-дракончик. Варлок. И гарпия. Все в одном. Слушай, ну это такой дебафер маленький. Как раз огонь, варлок, тоже снижение. Давай на 10-м скилле читай. Ой, на 8-м. Что там на максимальном, все будет. На 8-м. А это инфы нет, да? Ну, тим есть, все. У меня есть, ну ладно, уж я не буду все спойлерить. Потом. Ну ладно, ладно. Да ладно, дождемся, когда это появится у ютуберов. Давайте я проспойлерю, чего что. Да у меня может неправильно быть информация. Я сейчас найду, господи. У меня огромный файл, просто мне нужно тоже тут параллельно искать. Так, подожди, это у нас огневик. Так, ну там будет 60% шанс 550 атаки и... Шанс не уменьшает. На 65 будет снижать атаку и скорость, и КД 3,8 секунд. А то есть еще и кулдаун уменьшится. Ого, круто. В рот мне ноги. Круто. Извиняюсь. Так, хорошо. Ну он крутой, да.
Ну, он как бы и выглядит нормально, в отличие от всяких там, единорожков. Видимо, это, понимаешь, скорее всего, вот этих героев рисовал дизайнер мужчина, а вот слоников и прочих, видимо, отдали девушке, я не знаю. Я когда в ноябре полетим в головной офис, я смогу посмотреть в глаза тем, кто это рисует. Сфотографируй их, пожалуйста. Их глаза сфотографируй, да? Дальше у нас Цепелин. Наносит урон, равный 250% атаки питомцам, максимум 5 ближайшим зданиям каждые 6 секунд. Также увеличивает получаемый ими урон на 12% на 3 секунды. Неплохо. То есть это кстати, конкретный питомец для рейдов, подземок, чтобы короче, да, максимально быстро разносить здания. Да. И подземки. Подземки, да. В подземках очень неплохо. Я вот сейчас на китайке слабым аккаунтом прохожу вообще. Какой путь? У меня там герои синие, 60 уровня, я пока обычную четвертую прохожу. Ладно, дальше. Хорошо, я угораю с чата, князь, твой вейп валит как дно. Не валит, короче. Северное сияние. Он, кстати, у нас неплохо выручил в Сапсане на встрече игроков, когда мы ехали. В отличие, я выручил и чуть штраф еще не получил. Ладно, ты латыш, тебе это страшно. А ты там, блин, хитрый, короче. Такое чувство, что ты латыш, а не я. Давай дальше. Все равно люди не понимают, о чем мы говорим сейчас. Да, ну мы поржали. У меня один вопрос, почему это не карасик какой-нибудь? Ну да, Тима, мог бы... Карасик там. Не, я еще могу поменять, у меня есть время, давайте сделаем. Слушай, не побалов, пожалуйста. Ну давай, да, поменяй, давай, ну хоть какую-то, знаешь, такую... Не, ну карасик, ну совсем смешно. Что, тут как бы нейтрально, бабловый бабло. Не, ну давай сделаем, ну какую-то хоть, как это... Как это называется? Ну, под регион. У нас адаптацию. Же... Адаптацию, да, у нас же... Ну не, ну почему не карасик? Ты посмотри на это! Карась. Ты карася взял? Ну Тима, ну давай какую-нибудь ржачную адаптацию, пускай на память там останется. Я не знаю, что хочешь, подлещик. Ну никак не баблоу. Сельдь. Можно шпрот? Не, ну можно, конечно, но просто оно засмеют. Ну что засмеют? Ну. Давайте прямо сейчас придумаем, поменяем в релиз, пойдет тогда карасик или кто-нибудь. Давайте сейчас вот определим, пусть народ там пишет в комментариях. Ребятки, кстати, будет интерактивчик, почему? Да. Да, ребятки. И переделаем с вами в прямом эфире, и будет тогда, раз бабло не нравится. Если нравится бабло, короче, ставь в чат плюс, если тебе как бы все окей. Если хочешь переделать, поменять, давай попробуем. Да. Пишите свои варианты. Выберем, посмотрим. Да. Щука пишут. Карасик. Ну, карасик просто, понимаете, он так, ну, ржачно просто, понимаешь, ты будешь смотреть, о, я там с карасиком пошел, знаешь, я там взял карасик. Ну, почему, нет, ну, щука как-то ни о чем, ну, как-то не то. Язь! Язь, вот! Язь! Пацаны, мы... Давайте. Короче, тут у нас два варианта, ребята, можно голосовалку какую-то придумать, не знаю, или язь, или карасик. Ну реально, ну... Ой, ёрш нормально. У нас тут сейчас чат похож на чат телеканала «Русская рыбалка». Просто на всю тему просто, давайте. Рыбная история. Тут кто-то пишет, короче, можно уснуть на этом стриме. Ну, спокойной ночи тебе, подложи подушечку мягкую, накройся. Давай, пойдем дальше, тут народ жаждет... Лещ. А ты прочитал умение-то? Ты умение не прочитал? Да, нет, стой, нет. Ну как мы его уже переименовали? Плевать на умение. Лечит трех... Мы внесли свою лепту в развитие битвы замков. Да, наконец-то. А то там какого-то героя мы хотели Зебраилом назвать. Может, Зебраилом назвать Робина? Лечит трех союзных героев с наименьшим процентом здоровья в размере 290% атаки питомца. Каждые 5,5 секунд. Также увеличивает их скорость движения на 25% на 2 секунды. Вот, кстати, не сильно хуже, чем ангелок, я бы сказал. Скорость передвижения тоже, да. И лечит троих, а не одного. КД нету? Или они, 5,5 секунд получается. Угу. То есть и скорость передвижения 5,5 секунд. А у меня, знаете, какой вопрос, ребят? Тыква влияет на скорость? Питомцев нет. Вообще нет.
Но питомцы, я как понял, они привязаны непосредственно к герою. Питомцы сами по себе. Понятно. А их друид хилит? Нет, нет. Убить нельзя, посмотри, у них нету хп. А, точно, я с тыквами что-то перепутал, Трикси. Вот, так, идем дальше. Которые, кстати, хилятся. Это ведьма. Но они не воскрешают. Да, но хилятся. Драко, Драко, дыхание Драко. Имеет 40% шанс нанести урон, равный 220% атаки питомца ближайшему герою и целям вокруг него, когда герой атакует. Также снижает энергию цели на 10 единиц. Кулдаун 4,5 секунды. Так себе, я сказал бы. Ну, да. Снижает энергию цели, это неплохо. На 10? Но все равно, кстати, это первый уровень. Они же никого не заряжают своими уронами. Они никого и не бьют. Они бьют? Нет, у них срабатывает скилл сами по себе, они не бьют. Ну да, 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 скилл срабатывает, и он не заряжает, в смысле. Их не скилл. А, Тим, Тима. А? А можешь узнать, сколько он будет снижать энергии драка на 8 уровне? Найдешь в интернете потом. На стриме у меня здесь под. Ну там до 45. Ну, пол энергии неплохо. Угу. Против ремочек-то. Тут варианты все по поводу карася, там пишут, его можно назвать рыба моей мечты. Слишком длинный. Не, ну мне кажется, лажовый питомец, потому что, ну, хоть он и снимает энергию. Но опять же, мы не знаем его максимальной прокачки. 45, да? Но это 4,5 секунды, то есть кулдаун. Может, у него КД уменьшится, мы же тоже не знаем. Нам не будет же сейчас все тайны раскрывать. Так, идем дальше. Инферно. Инферно имеет 42% шанс поджечь землю под вражеским героем, когда он атакует. Наносит урон, равный 270% атаки питомца целям в зоне поражения в течение 3 секунд. Также, это неплохо. Да. Также замедляет их на 20% на 2,5 секунды. Кулдаун 4 секунды. Неплохой такой дамагер. Тоже он это как бы такое область плюет рандомно на карту. Особенно если там в юнитов мелких все сжигает. Ну, на маленьких уровнях. Ну, вот интересен только вот зарядка от них не будет идти героям, да? Нет, не идет зарядка. Это тогда спокойствие. Идем дальше. Авиар. Ну, тоже как-то можно назвать. Сова, блин. Да, сова. Давай просто сова назовем. Давай, да, правда, сова назовем. Совай, короче, что тут выдумывать? Авиар, там еще что-то, все. Пусть сова и сова. Тупо. Сова, карась. Блин, сова. Сова. Суровая игра. Карасик. Русская сразу чувствует. Я ее взгляд. Русская версия. Скоро мы такими темпами, знаете, это, на какие-нибудь там типа бафы назовем, там, не знаю, похмелье, еще что-нибудь. Чисто русская игра. Рассольчик, да, рассольчик. А баф рассольщиком, да? Да, да, да. Дебаферов, у дебаферов будет там похмелье, а у баферов, то есть там у тыквы можно умение назвать, или у купидона рассольчик. Да, или там с какой-нибудь баф, который будет усыплять всех врагов, там называется перегар. Там. Ну, что-нибудь такое, короче, пойдет, я чувствую. Угу. С такими темпами. Ну, а что нет-то? Так, промолчал. Подожди, вот, я же не прочитал умение его. Кстати, умение называется «Гнев природы». Имеет 60% шанс нанести урон, равный 250% атаки питомца случайному вражескому герою. И наложить молчание на 1 секунду, когда герой атакован. Кулдаун 4,8 секунды. Ну и в нем умение, скорее всего, кома до 3 секунд доходит, да? Не, суть в том, что это только когда на тебя кто-то атакует, тогда он будет ответку кидать. Мы сейчас всех их потестим в полях и поймем. У нас на это и задача. Идем дальше. Давай по-быстрому пробежимся. Радужная Потом. Вспышка. Имеет 50... А это кто у нас? Это у нас... Селестин. Ужас. Мои маленькие пони. Единорог, блин. Единорожек. Ладно. Или пони. Назвать и все. Потому что все, ну, Тима, ну, понимаю, да. Ты назвал его Селестином. Ты, короче, идешь по этому самому, по принципу упрощения всего и вся. Просто я тебе объясняю фишку, что никто его Селестином называть не будет. Естественно, все будут называть пони. Пони, да. Или единорог, я не знаю. Как-то. Ну, а зачем два названия одному?
Надо сразу писать то, что как будет он звучать на роде. Ну, пони, да. Переименуйте Макдуха в шапку, пожалуйста. А гарпию... А тыкву в овощи, да? Ну, овощи мы там, ладно, еще. А гарпию в курицу. И Миноса в Миноса, да? Минотавра, да, минуса. Имеет 56% шанс нанести урон, равный 320% атаки питомца, ближайшему вражескому герою. Когда он атакует, также снимает все бафы и цели. Кулдаун 5 секунд. Ух ты. То есть разгон снимает или что? Нет, вот все кого... Все бафы. То есть. То есть разгон, щит. Щит от Атлантикора снимает? Все или снимает. Это опять не баф? Абсолютно мне... все. Вот он сейчас вот... Нет, тихо. Вот мне бафочки сказали. Вот не надо было сейчас говорить. Это баф. У меня даже подтверждение этого фото есть. Сейчас проверим. Слушай, ну крутой, я вам скажу. Тут даже не обязательно, то есть я думал так, что будет пару нормальных питомцев, вот типа ангелочка этого, да, и того, короче, кривозубого. И остальные будет лажа. Но я тут смотрю, вот этот вот, казалось бы, педо-пони, да, у него, блин, ну просто шикарное умение. И что будет на максимальной прокачке, там вообще можно, ну, блин. А, кстати, Тима, смотри. Урон, запятая, равный. Тоже опечаточка. Да. Талант похмелья унижает всех героев. А, не, уничтожает всех героев и вызывает перегар. Тёма Дружков пишет. В принципе, да. Так, идем дальше. А, это, кстати, равный тоже подправлено уже сегодня тоже нашел. Так. Давай, что? Улучшай их, бери в распределяй между героями, улучшай их по максимуму, насколько ты можешь. Давай, если улучшить. Вырасти, подожди. Войти. А у нас сколько повторочек-то? Так мало? Улучшить. Нажимай еще раз. На него и там так же, как все, пошли ангелочку улучшать. Что нам требуется? Смотрим, мана. Как увеличивается. Давай посмотрим. 100, а, это 130, не это первое. Это увеличивается именно его характеристики. Атака. А подожди, скорость посмотри еще. Скорость. Скорость не увеличивается. Да, не увеличивается? На этом моменте нет. Может, когда-нибудь и будет. Сейчас нет. Мне показалось, что увеличить. Ну, посмотри на всякий случай, сколько сейчас была скорость. 250. Я думаю, что там... Он бы здесь писал бы, по-любому. Да, было бы написано. И как бы так вот. Мы делаем... Смотрите, ребята, кто еще на прошлый стрим не смотрел, тема какая? Ты здесь за счет этих улучшений увеличиваешь характеристику героя. В большинстве случаев это именно характеристика его атаки. И за счет того, что ты его здесь улучшишь, ты ему сможешь прокачивать умения до такого же уровня. Если у тебя ангелок первого уровня, ты не можешь ему прокачать умения на второй или третий уровень. Так что... На третий нужно, чтобы он был четвертый. Вот, даже так вот. Так. А зачем вообще скорость перемещения этим питомцам? Ведь они по дефолту бегут за героями. Получается, они накладывают это на героя. То есть, ну, это, грубо говоря, понимаешь, эти питомцы, их можно воспринимать как, не знаю, элемент... нет, элемент одежды, например, или артефакт. Элемент декора. Не, ну а вообще скорость перемещения, зачем она? Он все равно, получается, бегает просто за героем, и все. Неважно, какая скорость, он будет выполнять свою функцию. Если он по... Или если он будет отставать, он будет не успевать за героем и, соответственно, не будет получать баф или дебаф от этого питомца. Да. Да? Да, или на подземке он далеко находился. У меня этот Феникс стрелял через всю карту, вообще в заднице мира находился от моего укротителя, там, и тем не менее, все нормально было. То есть скорость вообще просто, мне кажется, то есть так, она, чисто... да, она здесь, ну, как бы... Ну, надеемся на это. Не имеет дальше. Значения. Ну, давай, идем дальше. Уже 4 нужно ангелочка. Ага. 135 плюс к атаке. И 40 тысяч маны. Так. 6. И еще на третий уровень. А на четвертый хватит. Уже 6. Ну неплохо, у него так увеличивается атака. Все. О, потом 8 надо. Угу. Ну хорошо. Нормально. Улучшай навык сразу ему. Навык? Так. Вот ниже. Вот. Ага. Прививки. А ты предметами зачем? Ты что делаешь?
У нас предмет... Сливай аккаунт. Сливай разрушители, что ты, ёбаный. Да пофигу, он завтра же... Не, я думал, там от зеленых избавиться. Вот, до третьего уровня там. Или до третьего уровня можешь прокачать. А бж-бж-бж-бж-бж. А посмотри, ну ладно, уже прокачал. На втором сколько было процентов? Все, выше третьего не можешь, получается. Да. Наносит союзному герою с не меньшим здоровьем на 50% на 3 секунды. Здоровье, так. А как было, по-моему, 40 или что-то около того. Значит, по 5 секунд добавил. Ой, по 5%. 5%. Нормально. Хорошо, следующий. Так, улучшим. Давайте. Тут уже по-быстрому улучшаем. Давай. А, все, мы дальше его улучшить не можем. Улучшить навык. Навык как раз. Здесь только на второй. Да. Ой. Фиолетовый навык. Да, все. 10 тысяч, 30 тысяч. Изменили, кстати, эти шкалы. Или это у легендарных? Нет, у легендарных больше. А. Вот это хороший герочек, мне нравится. Да, можно подъемочку пройти, попробовать будет. Ну, качать мы их будем дико. Так, мне кажется, у меня такое ощущение, что все зрители это ждут как раз их увидеть нормально в полях. Ну вот именно, мы тут что-то закопались. Быстренько надо дальше передвигаться. Улучшаем быстренько здесь. Ну вот смотрите, у них, кстати, разная скорость передвижения. У этого 300, а у тех 250, ну. Это фиолетовый. Давай фиолетовыми, что-то синенький. Ну, не жалей. Жалей, да. А вдруг аккаунт потом будет? Давай, пока не забылось. Что, точно карасем оставляем? Да. Я прям давайте сейчас, карась. Может, ёрш? Нет. Да не, карасик, а? Карасик, во. Да. Как кличка какого-то уличного своего товарища Карасик. Такая. Ну что так сюда? Ёрш, ясь. Ну зато весело, блин, зато позитив в игре. Все. Вот я нажал кнопку Enter, теперь это карасик. Аллилуйя. Отлично. Кого еще? А тут бабло. Мне игру надо перезагрузить или что? Обнови страничку. Он будет карасик, если, правда, разработчики возьмут последнюю версию перевода и зальют ее перед релизом. А то они могут забыть. Тогда будет баблом до следующего обновления. Да, пока ну, что ладно, лет лев у нас бывал уже. Так, пока там, кстати... что он баблом. Пятого уровня. Так, мы всех Драка прокачали. Мы прокачали. Да, прокачали. Да. Дальше. Чтобы, получается, прокачать на четвертое умение, нужно шестой уровень. Ребятки, вот у нас этих смотрите, фига, да, у нас давай. Фениксов дофига. Сейчас и проверим. Фениксов много прокачаем. Так, не хватит. Это на да четвертый, 8. Покупай самики. Покупай самики. Во, да. 10, теперь 12. Шестой уровень, значит, мы сможем четвертое умение прокачать. Да. Да, четвертое умение, все правильно. Все, раскидывай их на героев и пошли, короче. Так, подожди, у нас еще. А, ну что, а VR тоже в сову перебидал? Да. Не, серьезно? Ну а почему нет? Ну его все равно все совой называют. Хорошо, сами виноваты, если что. Все претензии потом к тыкве. Отписывайтесь от него там и закидывайте. Отписывайтесь, ставьте дизлайки. Все дела. Так, подожди, и кто там еще у нас не понравился? Никто. Пони. Пони, да. Пегасом его. Пони. О, Пегасик. Пегасик. Он реально выглядит. Он выглядит. Начинает. Это как Эдик. Как же у нас там был назван? Подожди, Селестин же, да, или нет? Да? Да. Будет просто тогда... Пегасик. Пусть будет Пегас. Не, ну посмотри, но он реально он выглядит не как Пегас, он выглядит как Пегасик. Ну, Пегасик уж совсем как-то. Пегасёныш. Это как-то... Ладно, уже смотри. Ну, Пегасёныш тоже неплохо. Пегасика давай качаем. Может, его Жука в сказ назвать? Ну, ладно, я тебе... Не надо, да? Жукавская сам слоник назад. Ладно, будет. Короче, все, теперь у нас есть Пегас. Отлично. Больше никого, я надеюсь, менять не будет. Потом ведут героя Пегас, и будет у вас два Пегаса. Все, мы прокачали, ребята. Да, может быть такой шит. Можем еще, давайте быстренько сделаем вторую эволюцию этому. Девки?
Девки, да. Девки сделаем вторую эволюцию. А есть повторки? Подожди, надо так, улучшить навык. Книжки, 185-й ей надо. Там в чате все засирают историю с карасем. Кстати, КГшки у тебя нет, у тебя только слизи, тебе надо будет ролить. Повторки? Ну давайте сейчас. Вот сейчас. Нету в почте повторок? Там в почте осталось прошлый баг. Так, получить опыт, 185 уровень. Ну давайте сейчас быстро. Места на складе есть. Сейчас быстро. Я, вот сейчас посмотрим, за сколько нам. За 86 тысяч. Нам нужен, ну ладно, давайте 80. Так, князь тыква. Сразу же, причем, заметь. Угу. Ты решил на все проролить, что ли? Ну, а можно? А зачем? Мы в прошлый раз прохохотали все. Может, еще пригодятся. Ну, уже будет не достать. Повторки нужно. Ну, до 8. А для... КГ не хватит? У нас что? Нету КГ, там все в слизи. Да. Мы же в прошлый раз все прохохотали. Так. Блин, герои. Видно, появилась она? Нет, не появилась. Хотя герои там падали. Ну, должна быть в самом внизу, если выпадет. Так, давай еще. 450. Еще. Еще, еще. Ведьма выпала, кстати. Да, есть. Одна есть, еще две надо. Череп. Так. Парни, а почему не Трикси? Ну, как-то не знаю, я решил ведьма. Да, ведьма круче, мне кажется. Типа, ну, Хэллоуин, ведьма, все дела, как бы, ну, Трикси, что такая Трикси? Это какая-то... А что такое... Имя порнозвезды. Что такое Трикси? Трикси — это ее брат. Ведьма как-то нейтрально хотя бы, не знаю. Ну, нет, можно, конечно, и Трикси сделать, но по мне так окей. Ну, вот как назло, сейчас повторок не поймаем. Сейчас чат будет настаивать и придется в Триксе переименовывать. Да не, блин, ведьма. Не-не-не, а название, ой, описание ее истории ты не читал? Что там про нее пишут? Ну я же переводил его, как ты писал. Варлоки, черепы. Не умение, а именно как она появилась. Вообще-то там... это я придумываю все, если что. То есть не читаешь, что на китайском? Нет. Нет. Ну я там по-своему переделаю, нафига мне переводить один в один, это скучно. Нет, без понту, ребята. Мы не сделаем ей сегодня вторую эволюцию. Ну ладно, все, хватит. Надо было КГшки заказывать. Да. Слушайте, была... на складе нет этих паков с КГ? Да мы их израсходовали. Да и там их все равно было. Не было полмиллиона почти этих КГ. Мы их в слизни, и мы качали умение этой. Продай слизни! Продай их за КГ. Ну да. А, ужас какой. О, все, 40 штук тебе надо. Извращенцы, черт. Просто это в два раза дешевле, да? Это в каких два раза? В 3,5. 750 на 100. 750 за 200 продаешь. Черный рынок, блин. Жесть. Это вторая эволюция. Коля, молодец, Коля. Так, подожди, давай тут пока интерактив с народом проведу, а то вы на них забили тут с весельем. Давайте, короче, голосовать. Люди, пишите плюс, если ведьма, и минус, если Трикси. И кого будет больше, тех и так плюсы, и плюсы, ребята, плюсы, ведьму оставляем, и чё? Ну, да, ведьма, ребята. Кто на меня подпишет? Ну, или пишите просто ведьма или Трикси, кого будет. Ведьма, взять, ведьма, будет, пацаны. Только попробуйте. Точно, ведьма, Трикси. Неохота менять. Ведьма отлично. Так, все, умения прокачиваем. Получить опыт. Тут что-то фили там. А, да. Бля, а что сразу не догадались? Я не знаю, что тут купил. Ух ты, золото. Да. Вам не хватает КГ для эволюции? Продайте свои слизи, да? Просто... Все. Короче, пока ведьма побеждает однозначно. Так, да, смотрим атрибуты. 8400 у нее. У нее бухвальные пятые. Ой, восьмой. Да, у нее атака. Ну, в принципе, это как у Гаргула атака, по сути, там, примерно. 140 тысяч хп больше, чем намного. Ну, не намного, но больше, чем у того же Вальтора, да? Нет, у Вальтора 260. 200?
260 на второй эволюции. Где это на первой эволюции. А, да, ёлки-палки. Скорость атаки 1200, стандартная. Умение. Что, рун нету тут? А, ну тут просвета нету, 36-й просвет. Ну ладно, но зато уже вторая эволюция. А тут рун, кстати, тоже никаких нету. Далее, что мы делаем? Надо всех героев надеть, точнее, питомцев надеть. Да, нацепляй питомцев, а я пока подведу итоги, что остается ведьмой. Даже это видно по голосованию в чате, поэтому всем спасибо за участие. Я думаю, можно как-нибудь повторить такую историю с неймингом в прямом эфире. Давайте. Да, вообще замечательно. Это прикольно получается. Да? И хрен ты там намухлюешь, не накрутишь. Ну да. Вот. Дальше, кого на кого одеваем? Так, давай пробовать разные комбинации. Ну, давай тут. В этом и цель. Тут наша задача сейчас экспериментировать по максимуму. Чувак, на халяву ставим. Вот Феникс надо кидать на ту, кто часто бьет. Карась это тупо. Карась это рыба. Не тупо. Так, ладно, все, погнали. Горгул. Вот карася надо ставить, у кого много хп, чтобы он дольше жил, и он будет лечить, и все. Где наш карась? Купидона поставил. Ну давай. Горгула сниму. Поставлю сюда карася. Горгула. Вот сюда горгула. Сюда, не знаю, купидона. Ну тут просто. Это мы потом уже в конечном итоге, когда обновление будет, мы будем это разбираться и смотреть. Дальше. Что у нас тут? Череп есть. Разруха, да? Разруха, да. Вот это, кстати, надо ставить, который медленно ходит. Чтобы он издалека его высадил, он медленно идет, а он стреляет. Так, вроде все, всех пытался просадили. Чего можем начать? Можем начать с волн, на самом деле. Пройти А-волну. Да, ну А-волну сейчас может быть трудно пройти. Ты не пройдешь, они здание просто. По углам надо героев расставить. Подожди, мы сделаем вот так вот. Застанете, хочешь? Тогда они так они, стой, так они убьют этих мобов. По одному герою поставь по углам. Ну сейчас, герой вынеси. Сейчас расставим. Подожди, там и башни их убьют, вы что? Давай потом посмотрим. Так, а ты героев стоит? Какие а я даже не знаю, какие стоят. Нам потом позже поменяем тут. Посмотрим, как разработчики у нас тут героев поставили. Но не, тут надо переставить, что череп сверху стоит, непонятно. Ну, выносит башню. Главное, чтобы у нас самого верхнего не появились, ни радуши не завалят. Ну, можно вообще стрелковые переделать и все. Да. А что у тебя чат стоит? Я не знаю, что у меня чат стоит. Тима, ты чат остановил? Нет, обнови просто. Так, все нормально. Все, убил, я уже испугался. Вот, знаете, такая ирония получается. Ты там, у тебя прокачанный аккаунт и прочее. А пройти А-волну, там самую легкую, ты не можешь. Сейчас Пегасик помог. Без него его не. Слушай, допустим. Сейчас, честно, вот в этой куче мале вместе со всеми этими питомцами уже не разобрать, что вообще происходит в бою, кто кому помог, кто на кого там что кинул и кто кого убил. Не, ну смотри, можно просто каждый бой записывать с помощью видео и просмотреть один кадр в секунду. Ну, один кадр. Можно одного питомца ставить, всего лишь одного. И смотреть, что он делает. Так, у нас тут проблема с Дино. Так, сейчас его начнут две башни долбить. Да не, его одна башня должна завалить. Ну ничего, с каждой волной будет все быстрее и быстрее. Спамим минус до карася в чат. Я говорю, все претензии это к тыкве тогда будут. Овик, не понтуйся. Карасик нормальное название.
останется на память весело русский сервер и какая-то такая как, адаптация. Почему нет? Ну, карасик теперь так и будет. Все, так никуда что, ребятки, кому не нравится, идите ко мне на канал. Поставьте на всех видео дизлайки. Вот. И включите их на автовоспроизведение. Опа, да ты что, они сейчас... Все деревяшки сейчас развалят. Я говорю, по герою надо было ставить. Тебе говорят, яйца открыты, ты много самоцветов потратил. Он уже открыл все яйца. А что, с задержкой, что ли, идет? Не, ну там предполагают, что еще, типа, там есть... Нет, там... всего 300, 600 и 900, и все. Нет, там уже открыли мы все 5 попыток, которые на сегодня так... были. Жалко, что нельзя перематывать волны. Угу. Смотри, как камень летит. Опа. Еще один полетел. Шапка. Мини-шапка. Да, да, да. Уже и забыли вообще, что из себя представляют такие вот герои. Ну, а даже интересно понаблюдать. Даже интересно на них понаблюдать, чем на питомцев. Что тут делает голем. Руслан, ты тут вообще? Да, да, да. Микрофон выключать, наверное, чтобы его не слышно было. Так, у нас кто-нибудь наверх отделился или нет? А, нет. Так. Вынесет. Вот так стабильно онлайн 1500 и висит. А, ну, прекрасно вообще. Да, неплохо. Ну, много отсеялось у тех, кто тормозит, у кого тормозит, точнее, и много отсеялось тех, кто видел прошлый стрим, у кого тормозило там. Ну да, надо все. Не, еще не забывай, что сегодня понедельник, что еще просто многие. Сегодня не понедельник. Упс. Так что, Коля, так что не забывай. Не забывай, Коля, сегодня не понедельник. Понял, сегодня обсуждаем. Тут хэштег «Князь, вскрой яйца». Что за люди? А как эта функция будет называться вот с помощью сагильдийца, чтобы яйцо вылупилось быстрее? Уже не будет сагильдийца. Ну потом, я говорю потом. Как... Ну не потом, яйцо точно, нет. Просто помощь гильдии. Протяни руку помощи. Ну, да. Главное, чтобы она не называлась как-то со словом яйца. Помоги с вот яйцами, со гильдийцу, да? Вот уж этот русский язык тяжелый. Да ладно, по-английски яйца тоже яйца. А, нет, подожди, eggs и balls, да? Ну да, вообще все по-разному. Ну да. Вот, экс, блин. Это вполне конкретная, как бы, ну, куриная история, или там, не знаю, крокодилья, там, любая. А болс это вполне конкретно. Ну, еще ну, как мяч. Жаргон, типа. Человечьи, да? Ладно, это официальный стрим. Да ладно, ну, это стрим. Это не первый канал. Раз уж тут карасики, Тима просто смел... Слушайте, а... Тима, ну. Давай так сделаем. Давай каждому ютуберу по питомцам. И пускай он называется как ютубер. Который будет потом владеться. Не офигели ли вы совсем? Ты сказал, что их будет десятки и десятки. Выделишь нам пятерочку, шестерочку. Слушай... Мне какого-то лысого. Вот. Миха, молчи, я уверен, Тима найдет самого там педиковатого страшного питомца, назовет его Князь ТВ, да. Это хорошая идея назвать слоника Ураном. Блин. Ура. Ты подстрекал, да, то ты получил. Ну, да. Потому я как бы не выносил такие предложения. Кстати, да, надо все-таки таблетки вынести, потому что что-то... Сейчас они вынесут, потом их башню уже доставать будет. Они переключатся на ратушу. Да. Да.
Тут опять вот вопрос про обнову. Еще раз, тем, кто только что подключился, говорю, что на обновлении в Тайване мы нашли большие ошибки, поэтому сейчас их допиливают. Завтра, возможно, обновится одна из других стран. Мы посмотрим, как все пойдет. Потом обновляется Англия, потом мы все как обычно. То есть, ну, мы надеемся, что до конца этой недели все-таки обнову русский сервер получит. Но все зависит от того, насколько критичен баг и насколько удалось его починить, поэтому нам нужно сначала потестировать несколько дней, подождать от игроков фидбэка. Я думаю, вы не хотите, понимаете, играть в битую игру и потом получать проблемы. Зачем это нужно? И мы не хотим выкатывать недоделанную версию. Дальше. Давайте потом раздавать всем самоцветы. Давайте лучше потерпим, да. А почему никогда не выходит в субботу или воскресенье? Почему вы не работаете в субботу и воскресенье? Да, может, мы еще должны в Новый год? Даешь обычный 0? Давай. Отличная идея вообще, мне нравится. В общем, а сейчас они снизу зайдут, прикинь. Просто, понимаешь, Владимир Владимирович зачитывает поздравления, а мы обновляем сервер. Скачиваем. Мы скачиваем новую. Огонь вообще, мне очень нравится. Вы знаете, как-нибудь подгадайте так, чтобы на 1 января была битва гильдий? Или атака фортов? Все сразу, все. Народ, перестаньте спамить в чат, иначе мне придется отключить комменты. А что они спрашивают? Обнова. Когда обнова, миллион этих самых. Максим Старожук скоро в бан пойдет, по ходу дела. А можно здесь банить? Ты прям в группе банишь или на стриме? В группе. Так это же как бы комменты-то идут в группе. А, ну вот, потестируй заодно. Ребят, модераторы, кто смотрит онлайн, последите за комментами и баньте нещадно, пожалуйста. Спасибо. Так. Я же говорил снизу. Так а количество попыток на волну, мы максимально дойдем до какой-нибудь там непонятной С-волны и что, и на этом встанем? Или есть еще дополнительные попытки на волну? Нету. Смысл показывать-то вот в действии сейчас героев мощных на вот этой ерунде? Так, ну, блин, и я просто... Каждый их посмотрит у себя на аккаунте, у нас задача просто небольшая. Кстати, да, по сути-то, елки-палки. Я просто привык, что у меня 200 этих попыток на волны. И надо глянуть, сколько здесь их. Здесь их нету. А, ну тогда бессмысленно. Что-то да. А где тогда тестить? А, ну подземки будем проходить сейчас. Одним для. Да, подземочка. Вот, кстати, тот, который этот самый. Самоцветоход. Дирижабль. Дирижабль. Да, надо, кстати, подумать, если что, если никуда никто не разъедется в новогоднюю ночь, было бы прикольно устроить новогодний марафон стрима БЗ. Просто играть целый день, обсуждать что-нибудь, пить шампанское. Мне кажется, прикольная идея. В прямом эфире. Да. Нажраться в прямом эфире. Шутить, разные гости, все дела. Мне кажется, прикольная тема будет. Тогда приглашай нас в офис IGG за свой счет. Вперед. Там скучно. И там большая. Поверь мне, если мы приедем, там будет весело. Так, сейчас я. Так, ну знаете тогда что? Тут фишка заключается в том, что на этом аккаунте нету абсолютно никаких рун. Я думаю, что стоит тогда карасика, да, поставить на ведьму и пойти ей одной проходить все подземки. Да, и, ну, можно с тыковкой. Без тыквы она пройдет. Так, да что я все сюда захожу, хочется, блин, через алтарь этих питомцев одеть. Подожди, их можно и через алтарь. Стой, или ангелочка. А, ангелочек на ней стоит. И возьми кого-нибудь вообще такого с ХП много, да, там, чтобы дирижабль был. Ну, гаргула давай, я не знаю. Хотя, может, деда? Да не, ну давай гаргула. Вы, ребят, кстати, знали, что питомцев можно еще из обычного алтаря одевать, наоборот, как бы. И это удобно. Или черепа, или черепа. Так, ну тут и кошмарки какие-то. Куда, в обычный пойдем? Сначала. Ребят, модераторы, Сергея Храмова в пожизненный бан, пожалуйста, прямо сейчас, без возможности разбанить. Спасибо.
Сергей. Мы тебя еще и в игре забаним, друг. Будешь так писать. По IP вычисли. Не зли меня. По IP вычисли. Так, князь, а когда у тебя батл с Кудриным? Даже тут. Посмотри, у нее тут щит сразу появляется от этого там ангелочка. Но в принципе, эти можно пропустить. Давай, там можно, блин, пропустить. Ну все, там все по... можно пропустить, ну ладно. Так. Вторая эволюция все-таки. Видишь, ну единственное, что вот эти вот ее плазмы, или как это назвать, она летит сразу и по юнитам, и по. Тима, кого я... там героям. Был забанить? Сергей Храмов? Уже все его, по-моему. Знаешь, какой вопрос? Она включается прикастер или нет? Или отсюда? Нет, все, короче. Смотри-ка, мы не заработали, рандом нам не дал кристаллов героев на подземке, но так как у нас там собрано... Нет, он дал... Но он дал именно до... Он дал 4. Он дал 4. А, да? Или он это все туда переносится? Он плюс 2. Плюс 2 все время идет теперь. Смотри, плюс 10%. Прикольно. Так, что мы эту давай проходим? Ты что, издеваешься? Давай подчинь посерьезнее. Да ну, да, посерьезнее. Давай за 40 самоцветов эту. 8-10 или как она там? В обычных, последних ракетках. А 15. Так, погнали. Если есть вопросы у людей, давайте задавайте в чатах, мы как бы, ну, готовы на отвечать. На Мессу еще просят сходить с этой квартирой. В одиночку придется идти. Ну да. Как попасть на тестовый сервер? Быть сотрудником IGG, да. Или стрим? Или ютубером? Ребятки, да, меня после прошлого стрима просто со всех щелей этим вопросом замучили, при том, что на стриме вроде как объясняли, что... Это внутренний сервер компании IGG, на котором мы тестируем наши клиенты, поэтому туда никак не попасть. Если только вы не попадете в штат компании IGG. Ну вот она одна разнесла все. Блин, да все герои все разносят в этой подземке. Да, что-то я вообще совсем тупорылый и пошел в эти подземки слабые. Так, ну давай тогда жестокие. Кошмарки. У тебя, по-моему, на заднем плане включается твой же стрим. Потихонечку. На 2-3 секунды. Нет, у меня звук отключен на нем. А у кого тогда? Так, что-то я тут ее случайно выпустил. Ну, давайте посмотрим, она против. Как она справится с этим. Да умрет она. Да нет, смотри, он ни хрена, и толком он не может ей ничего отнять. Ангел, кстати, ее подхилил на 4 с чем-то тысячи. Вот не заметил. А, 4200. Вот еще хил пришел, 4200. Это а потом потому, поставь ей карася и посмотри, насколько карась будет. Вижу баг проковки рун, пока еще не исправлен. Над ним работает. Я не знаю, у меня никаких багов нет вообще. Не знаю, у людей столько багов почему-то вдруг. Я вот прям иногда поражаюсь, действительно. Мы половину пытаемся воспроизвести. Тим, ты не поражайся, ребята, они реально присутствуют. Просто народ играет круглыми сутками. Да. А вы там зашли? Ну, это да, но и плюс еще зависит. Нет, поверь мне, там тоже играют круглыми сутками, но просто не забывайте про то, что... Вы пишите, на каком вы устройстве играете. Я не представляю, сколько, да, Android устройств, поэтому пишите конкретную модель. На холодильнике можно играть, да, там... битву замков с Android, блин. Потому так. Что приходят люди, которые чуть ли не на Nokia 3310 играют в игру и говорят, ой, у меня что-то тормозит. Змейка нормально идет, а ЦЦ вообще никак. Так, есть, так. Ну давайте карасика, да? Ну да, и в ту же подземочку. 4200 было. Ну, не будем забывать про то, что надо еще посмотреть, у кого какая прокачка получилась. У карасика, походу, больше прокачка. Ну ладно, давай, выпускаем. Но он и не легендарный пет, его проще выбить. И проще прокачать. И умение дешевле стоит будет. Две. И он сразу хилит всех вроде, да? А там ангелочка, да, героя. 2700. Но он чаще хилит. Ну тоже неплохой. Жалко, нельзя двух петов повесить на одного героя. Вообще всех петов повесить на одного героя. И все тогда. Арес кидает молчанку на петов? Нет, петы не это.
Они понимаете, они как артефакты, это как, ребята. Да, по сути. Мне тут мои пэты что-то возмущаются. Они согласны, что они артефакты. Я не артефакт. Ведьма за самое будет. Так, ну давай тогда пускай она бегает с этой. Так. С бабл. Да. Или с карасем. Ну давай с карасем, он сразу всех хилит. Че, пройдем эту подземку? Ну, а один не пройдешь. Ну давай выследимся опять. Тут еще это самое просят потестировать ведьму в тотеме. Да как ты ее-то потестируешь? Ну как, поставишь ее в тотем и запустишь волну. Да там описание. Какую волну? А, да, ну можешь просто, да, описать. 40-55 тысяч, 96 тысяч она нанесла ему. Ну, карась, что? Давай лечи. Слушай, ну это при том, что у нее просвет не докачан до конца. Ну, да, не стоят никакие руны. Хорошо, хорошо и часто она наносила. Надо глянуть, какой артефакт у нее стоит. Может, мне кажется, никакой, наверное, не стоит. Не, если, не стоит никакой артефакт. Если еще арт поставить, то... На отхил, допустим, или на увеличение урона. На увеличение урона еще. На крит. А на крит, если поставить тыкву, будет... Вот тыквы давать или нет? Просто. Тыква и так критует без даже... Вон, видел? Да, снизу? Кстати, да, кстати, тыквы критуют, я заметил. Сами по себе. Тыквы вообще дикие, ребята. Будет фикс, когда тыкву уменьшим. Погоди, они критуют, или это просто они уже взрываются? А, они просто нет, критуют. По 46 тысяч. Они там вообще не уменьшили. 60. Бомбанули еще там, снесли все и сразу запустились следующие тыквы. Да, это реально имбовый герой кошмар. Какой-то злой. Единственное, что на битве гильдии ты его не поиспользуешь. Вот. Ну, почему? Кто да. ходит в лоб? Ну и ты прикинь, эти тыквы залетели в середину базы, около ратуши взорвались, и все, у тебя 50%. Чао раз. Или... Ну, одна попытка, ну ты вынесешь их всех. Героям залетели, вчетвером взорвались, а героев нет. Сань, посмотри в тотеме. Да, 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 сразу. Тотем. Убери ее с базы. Она не поставится тут. Ну, просто у нас тут ни элки, ничего нету. Ну, чё, зачем? Зажми под... Ну? Зайди опять в тотем. Тотем, зайди просто в тотеме, там есть описание. Я хотел уже так посмотреть. Где иконка? Вот это вот, нажми на нее. Нажми на иконку. На тыковку, вот. Наносит урон равный 140% атаки 5 разным целям и снимает их бафы. Ну вот только что за бафы. Пятерым снимает бафы? Да. Слушай, подожди, а Арес сколько снимает, если его ставить? Наносит пятерым. Он блочит-то пятерых. Ну, на тройке. Ну, я понял, это тройка, да-да-да. Тоже пятерых, да? Нет, количество целей, наверное, не меняется, я думаю. Увеличивается просто процент урона. Да. Ну, это крутая тема для тотема тогда. Ну, стой, вообще, самая крутая, на мой взгляд, сейчас тема для тотема — это медуза. Да. Вообще улет просто. Слушай, ну хорошо, ну... Если бы она двух тыкв еще вызывала, это был... Говорю, это ну, сейчас было. Посмотрим, как это надо попытаться. Это уже чересчур. Не, ну, подожди, а... Блин, ну, снимет это она бафы. Вот я хожу только с Купидоном. У меня баф идет от Купидона, ну... Увеличение атаки, да. И, как бы... Не уверен, это ты что... В ПВП она может. Просто. Она же тоже бафы снимает, когда не в тотеме. Для ПВП будет неплохо. Не, ну, понятно. И мы сейчас про тотем только говорим. Ну, тотем... Ну, такое. Хорошо, нет, она тотем. Будет... Против тех, кто там, знаешь, тыква какая-то, там, не знаю, в алтаре отбивается, вражеская тыква разогналась, ведьма, короче, выстрелила, и все, весь их разгон остановился нахрен. Ну, так это я часто прохожу с тыквой, теперь если будет встречаться ведьма, то до свидания. То это вот именно против тыквы, потому что на битве гильдии, ну хорошо, но снимет она у меня баф, у меня... Там как бы. Не, я с тыквой просто прохожу. У меня тыквы и купидоны. И там они иногда разгоняются, и все, и ставка идет уже на их скорость, а не на количество героев там и так далее. То есть риск определенный. Но если появится вот такая вот барышня, то все. И опять же, эти 140% это если все это дело прокачать, там процентов будет больше, плюс у нее 8. А, стой, бог войны не будет на нее вообще. Не никак в тотеме да. Не будет считаться, да. В тотеме не считается. Он не будет считаться.
Ну, не знаю, надо будет смотреть, какой она урон будет наносить. Основной понт урон это буквально то, что она снимает бафы, и все. Ну, Артика тоже самое. Может, здесь что-то открыто. Да, ну давай, может, там что-то хоть посмотрим, как это выглядеть будет. Паладины вылезут сейчас, и все. Смерти. А где-то там позже же. Да там внизу. Мы сможем добраться где-то до L7, там уже побольше героев будет, до L6, там побольше героев будет, будет больше шансов посмотреть на этот тотем. Надо, знаешь, его предлагают напасть на боссов гильдии. Ну, для этого это надо гильдию, для этого нужно гильдию создать. Вот да. Так. Потом закинуть КГшечку, ну мы можем слизи продать. Уже не можем, мы практически все слизи продали. Не, там хватает, там еще филетов. Ой. Кто-то с этой скорыми там борется. По этой возмущаются. Там у тебя никто и вроде не сражается, с ним кто-то сражался. Пока, дед. Умение черепа тоже считается бафом. Ну, да. Кстати, да, и черепа она будет снимать. Ну, против черепа уже есть одержимый, ничего такого страшного. Не, еще, знаешь, это вот пишется бафы, а как это будет в игре, может быть, разработчики если не ждут. Если бы четко сказали, да, какие бафы. Нет, просто писали, у которого героя, что это бафы или не бафы. Смотри, атланты срубили двух твоих героев. Да они все срубили. Нормули дует атланты. Нет, я просто говорю о том, что написано баф, а на самом деле он может из черепа не снимать щит, к примеру. Это вполне возможно в нашей игре. Надо это будет смотреть, тестить. А как бы вот точную информацию получать? Было бы интересно. Точно. Ну вот Коля пишет, техподдержка задает вопрос. Угу. Там, видать, уже связываются. Я уже один список оставил. Есть ВКонтакте люди, которые отвечают. Не отвечают они. По игре ты можешь писать ВКонтакте. Не отвечают они. Говорят, вот мы ты, не знаем, вас там 250 тысяч. Нет, мне нет. Отвечают. Мне отвечают, что мы не знаем ответ на ваш вопрос. Не, ну естественно, они не могут все знать. Какой вопрос, смотря, давай с этого начнем. Атлантикор щит это баф или нет? Хороший вопрос, я тоже не знаю. Ну а что ты сейчас тогда говоришь? Следующий. Звонок другу, да? Не, я так вот что-нибудь... Звонок в Китай. Спрашиваю. То есть с чем сталкиваюсь, что мне не нравится это, я спрашиваю сразу. О, тут появилось, а по самым не знаете сколько дадут? 300. Господи, что ж за люди-то, а? Сколько-то дадут, отвечу так же. Не переживайте, дадут, как всегда. Блин, ну это мало, этого мало. Где SR20RUS? SR20RUS онлайн не было. Нет, мы можем, конечно, выпустить обнову завтра, и сервер будет лежать дня два, и тогда мы там дадим... Потом тысяч. Еще 5000, да. Отлично. Давайте по рукам. Я тебе, Тима, знаешь, что скажу? Что 90%, наверное, согласятся... Ну, процентов 50 игроков, они согласятся. Типа, два дня лучше сервер полежал, у них было 5000. Да, они согласятся. Конечно. Никто же не фармит игру, не только они. Это весь сервер не фармит, поэтому классно, еще 5000 сверху, вау. Тебя не отдохнуть спокойно. Мне наши ребята, модераторы, пишут, что они тебе говорили, что Атланта щит не баф. Поэтому это уже есть. После ответа технической поддержки. Видели, она сработала, елки-палки. На такие вопросы. Ну, техническая поддержка ответила мне на второй день. Ну, короче, ладно. Она появляется. Ребзя, она появляется и выпускает свои вот эти вот да, и она штуки. Снимает баф, а паладина щит считается бафом. Ну, не стой, видим, и, ребят, а эта штука ее, плазма или что это, летит также и по юнитам. Если вы на битве гильдии будете выпускать с юнитами, выпускаться... Она да? И по зданиям летит вроде, нет? Ну, она ж не будет по своим зданиям бить. Я тебе говорю про тотем. Если она в дефе будет стоять. В дефе mm-hmm. будет стоять, а ты выпускаешь, допустим, юнитов, то она также, да, она также и по юнитам долбанет, так что... Ну один раз 5-5, это не так уж и много. Короче... Не до тотема у нас. Жижа это все. Сходите на КБ в боевой алтарь. Ребят, тут в боевых алтарях, тут посмотрите на это КБ. Ну, отбивай реально. Алтарь.
у этого. Слушай, вы посмотри, как это классно выглядит теперь. А на место также и на Китай походишь, когда там у всех такое, блин. Когда первого валишь, вообще такое. Потом появится питомцы. Это выглядит как вагон метро в час пик сейчас. Будут питомцы у питомцев, и питомцы у питомцев у питомцев. И такая вот, все меньше, меньше и меньше, такие, до микробов. И теперь... Матрешка, матрешка. Да, матрешка. И, ребят, что-то я хотел сказать, забыл. Тут рыба больше лечит, смотри, в КБшке. Где больше? 1000 она лечит. 3800 было. Хорошо, поставь теперь тогда обратно ангелочку. Подожди, будет еще раз больше. Посмотрим на рыбу. Давай. А может просто рыба, а, ребят? Рыба. Вот мы не знаем, что за рыба, просто рыба. Рыбёха. 2700. Какой-то якутский перевод. Что вижу, то пою. Рыба, слоник. Все понятно. Рыба, слоник, лошадь с этим, с рогом. Хотел сказать. Рогатая лошадь. С крыльями. Да, и обратите внимание, бонус идет к кристаллам. А это и считай, надо, вот интересно было бы. Ну, то есть на боссе ты получаешь эти кристаллы, да? Ну, когда ты демона бьешь в королевской битве, и тебе мне там... Мне кажется, за демона не будет давать. Да, Народ просит потестить тыквы у ведьмы, выбирать ближайшие цели или могут идти куда попало? Ближайшие, скорее всего. В смысле, ихний урон получать или и физический урон, или магический? На кого они нападают, тыквы сами? На ближайшую цель, иначе бы они через всю карту сразу побежали. Ну вот, по-моему, тоже ближайшие. Можно поэкспериментировать. Опа. Нормально у вас тут тестовые аккаунты, я вам скажу. Да, подожди, у нас тут... Где ведьма? Она не стоит, в тотеме. Да. Нам все пишут. Все, ребят, всем спасибо, я побежал. Аккаунт. Давай. Да. Все, Руслан, давай. Пишут, что это типа русский тестовый аккаунт, который мы скрывали от игроков. Еще раз говорю, клиент это клиент, а сервер это сервер. Вот открой акции на сервере, чтобы все поняли. Да, блин, вот я топ открываю. Это акции открой, просто нам не верят, что это русский, что типа есть какой-то секретный русский сервер, открой акции. Для своих, да? Подожди, где они тут вообще? Я сюда? А, вот, и теперь все понятно стало, мне кажется. То есть клиенты у нас, клиент на русском, акции у нас просто тут... Слушай, в прошлый раз у вас этих акций не было, а что это сейчас? Ну, тестируют что-то. Просто как бы, ну, тест всякий разный. Закрой, все равно никто ничего не поймет. Я понимаю, подожди. Не надо тут Google Translate наводить. Там все секреты. Ну-ка, брысь отсюда. Смотри, череп с питомцем стоит. Он не точно с питомцем, он с пятым психощитом там стоит. Просит рассказать про осколки. Давайте расскажем немного, потому что мы типа так как бы замахнули. В этом обновлении мы добавляем такую фишку, называется «Осколки героев», куда ты можешь, точнее говоря, ну, за эти осколки ты можешь собрать энное количество этих осколков и обменять их на определенного героя. То есть, например, там собрать 200 осколков тыквы и обменять их на тыкву. Но как бы эта система... Ты можешь определенные осколки собирать или они рандомно выдают? Вот мы пока это еще не вводится, то есть как бы система добавлена, но сами осколки собирать будет невозможно как минимум до ноября, а то и позже. То есть, ну, фичу добавили, но ее еще обкатывают, видимо, как бы балансируют куда чего, какие осколки. Вот тут очень важный факт. Будут выдаваться... Где они хранятся будут? Пока хрен с ним. Какая-то инфы нет, но как бы, то есть в любом случае, это, то есть вы уже можете понять, что эта система будет добавлена, и вы сможете получить минотавр. И сидеть там, не ролить себе безумное количество героев, а нафармить и, собственно, собрать. Ну, вот вопрос, вы фармите нафармить? Определенные осколки или рандомные? Вот, потому этого что... пока никто не знает, это где-то в дебри. Это очень важный вопрос будет, потому что если рандомные, это может до бесконечности длиться. Ну, возможно, я подозреваю, что, скорее всего, будет рандомно сразу. Я тоже. Но, возможно, я тоже думаю, что рандомно. Конечно, там будут какие-то квесты на определенные осколки, но, опять же, это сложно, потому что все начнут фармить кого-то одного конкретного, и это будет сложнее. Скорее всего, осколки будут сыпаться просто рандомно со всех активностей, то есть чем больше играешь... Ну, один раз в год у тебя упадет один осколок вольта. Нет, допустим, за год ты сможешь собрать одного какого-нибудь героя. Ты не думаешь, что это год? Ладно уж, хорэ. Ребят, ну ладно, 2 года без тыквы сидели, я, например, и чего?
И играл. Ребят, не, на самом деле, если бы я там 2 года, ну, с самого начала игры были эти осколки, я бы уже много героев, наверное, собрал. А в плане того, что вот вы спрашивали по поводу тыкв, да, и, они, ну, вы заметили сейчас в рейдах, что они летят именно на ближайшие цели. Фигачат. Так, я думаю, что на место можно еще сходить. Миф разрушен. И они такие же, как два героя, вот высаживаются. О, гляньте, тут у ребят фантазия тоже. Паладин со второй эволюции у чувака разработчика. Ну, это тесты, на 7-й гарнизон, где нормально. Да, еще удивляться, что она умерла. Хорошо. Надо к следующему стриму, когда у нас будет, более так основательно подготовить всяких там этих карточек ВОМ и прочее нарисовать. Не, ну у нас сейчас основная задача... Сейчас, да, но все равно это вспомогательные ресурсы. Которые нет, должны... потом уже, понимаешь, потом, сейчас уже мы как бы сейчас обкатали эту историю, сейчас мы будем делать какие-нибудь там дикие тесты, например, можно устраивать там у нас в группе опросы, что люди хотят увидеть, не знаю, там... 1-200 против... Да-да-да. Ну, знаешь что, стоп, вот по поводу тестов, вот вы выкидываете иногда картинки, кто сильнее, дракон или Арктика, да, вот как раз... Давайте это... устраиваем, да, почему бы нет? Сейчас-то все возможно, наконец-то. Ну вопрос, а как это устраивать? Это в любом случае чистого эксперимента не получится, потому что это надо два аккаунта. Ой, факела. Не получится. Сервер маленький, кто-то зайдет в компанию Тима, а ты зайдешь с этого, и вы будете вдвоем на этом сервере. Вы в любом случае встретитесь. Ну это надо какие-то тогда битву за факел запускать или что-то такое. Ну, что-нибудь подобное. Подумаем. Или еще что-то, или на арене там, я не знаю. На арене можно встретиться, я думаю. Посмотрите, там... питомцы выжигают, тут башню выжигают. Выжигали. Да все хорошо, я ходил на первое место с питомцами, это просто жесть. Когда у всех 4 игроков питомцы, можно там 40-ыми уровнями пройти за 1.5 минуты все. За 40 секунд, ну, прошли место. Тыква, если нет тыквы, то не пройдешь. Ребята, да, повтор я выложу на YouTube. Система такая, достаточно мощная, она достаточно кардинально, на мой взгляд, меняет вообще баланс. Да, и у кого плохие телефоны, не потянет. Месса будет вылетать. Я думаю, да, если... Обязательно будет купить Samsung Note 7, короче, без него. Блин, если у меня вторая, у меня какую мы третью лаву фармим? Третья лава тормозит. Блин, какая лава фармится? Третья. У меня уже все. Третья лава у меня подтормаживает на телефоне, у которого там Snapdragon 800, короче, там 3 гига оперативки, подлаговывает бывает, да, то что будет твориться с питомцами? Это получается, смотри, у каждого 5 героев, то есть 20 героев, еще плюс 20 питомцев, да. Так что... Тут такие умные товарищи появились. Скажите, где скачать тестовый сервер? Флешки. Тебе все ответят. Смотри, второго, наверное, не завалишь. Один, пойди, должен. У тебя тыквы, да, есть? Есть. Ну, станет собака. Интересно, а будет какой-нибудь там питомец? Именно против какого-то умения, то есть против молчанки, допустим, Вали, или против Вальтора, который не дает себе сглазить там. Я думаю, так и будет, потому что это была основная мысль этих питомцев, что это как бы, ну, просто решили делать это не... То есть, ну, на самом деле, сейчас уже можно раскрыть эту тайну, у нас долгое время внутри компании ходили споры о том, что лучше сделать, типа, одежду для героев. Ну, там, не знаю, там, которые будут давать разные бонусы. Ну, типа, там, не знаю, нет, броня, там, оружие, ну, как во всех ролевых играх. Либо все-таки сделать питомцев. И все-таки в итоге в конце многих споров решили остановиться на питомцах, потому что это веселее, это как-то интереснее, плюс, ну, как-то, не знаю, я живенько, сам, знаешь, живенько, что, мы, да? Что мы еще будем переодевать тут Деда Мороза в новую шубу, там, ну, это будет как-то... В железные трусы, да. Там, за пару будет. Ну, или там, не знаю, будет квест, попробуй одень Вальтора вообще, что ты на него там найдешь. А это что, знаешь, я что-то еще думал по поводу, когда уже питомцы ввели, сказали, что вводят. Я думал, это будет как артефакты, то есть переставляться, или ты один раз выбрал одному герою этого питомца, и он с ним всегда будет. Вот мне кажется, было бы тоже прикольно. Ошибся.
Не, ну это уж совсем жестко, ты же понимаешь, это очень сложно. Перекачивай аккаунт 2 года. Не, ну опять же, и ты не забывай, Коля, что героев плюс 100-500, а питомцев только несколько штук, то есть... Пока-то, ты посмотрим, что будет через год, встретимся здесь. Питомцев будет больше, чем героев, блин. Но объективно так, скорее всего, оно и будет. То есть под каждую ситуацию, под каждый конкретный там режим ты собираешь свой сет своих питомцев, там разные... Да, ну, такая жесть будет просто. Вот надо тогда сразу, если будет столько питомцев, сразу надо создавать, чтобы в каждом режиме можно было, грубо говоря, запомнил этот состав всего, запомнил, блин. Чтоб руны оделись, питомцы оделись, и ты пошел в КБшку. Пошел на беса, поставил состав босса и пошел на босса, блин. Ну да. Потому что вот так вот реально переставлять все это, ты будешь тратить минут чисто 20 на подготовки к локации. Не, я думаю, как бы, ну, мы поговорим с разработчиками как раз, когда в ноябре с ними встретимся лицом к лицу, и сможем узнать вообще более подробно уже из первых уст про их планы, и, соответственно, предложим эту идею, потому что она на поверхности. Я думаю, она у них и так записана где-то, потому что это очевидная вещь. Если потому что вручную каждый раз переставлять, ты просто будешь час тратить там на каждый раз на переодевание. Какого героя добавят в базар вместо душегуба за 75 рублей? Пока нет никакой информации. Вальтора. Да. За 150. Ждите. 69.99. Будет у нас Castle Clash Dorada будет. Новая акция. Дорого. Техно Castle Clash. Угу. Бздорадо. Бздорадо, да. До третьего пошел в одиночку. Угу. А что там? Ну, второго сейчас вальнули быстро. С питомцами, да, в принципе, может и хватит времени. Хотя ну, вряд ли. Я говорю, тут аккаунт не прокачан на максимум. И мы второго быстро вальнули. Ну как, 20 секунд осталось. Ну, вальнули. Ну, здесь не вальнем, кого-то нашего вырубили. Нужно было тыкву с Валькой ставить. Никого не вырубили, все живы. Нет, там я видел могилки. Это тыквы в могилке, а тыквы. Да? У них тоже могилки? Да. Да. Так, ребят, у кого какие идеи, где еще можно потестить? И если Welcome. Нет, тогда будем, да, заканчивать стрим. Я думаю, что на сегодня достаточно. А вроде обещали, что нам дадут вообще максимально прокачать, нет? Врут. Нет, задача просто другая, понимаешь? Мы уже потом дальше будем экспериментировать, когда выйдет обновление, а сейчас смысл, ну как бы, сразу все показывать тоже как-то неинтересно. Надо смысл, что даже держать завесу тайны. Ну да, на третьих, на четвертых уровнях они уже нормально так жгут. Ну, он как показывает практику уже даже вот, да, на начальных, а на тридцатых там вообще будет караул. Ну там опять же и уровень сложности испытаний меняется, не надо забывать. В смысле? Ну все равно же сложнее будет проходить все эти хрени. Яйца открывать или какие-то новые локации? Лё, слышно меня? Слышно, Питомцы нападают, сейчас прыжку. За ногу схватили. Тащит небытие. А сколько мы уже в эфире? Тут Илья Куликов написал по поводу имен питомцев. Карасик, пегасик и сова – это бред. Вы же придумываете имя, а не называете то, что видите на картинке. Вы же не даете собаке имя собака, а коту – кот. Я бы на твоем месте так не утверждал бы громко об этом. У меня есть друг, у него есть кот-кот. Имена, которые есть сейчас, вполне адекватные. И как их будет называть в народе – это другой разговор. А, понимаешь, таким вот переименованием... Почему ведьму тогда назвали, извините, и все проголосовали за? Тогда ее надо было Трикси называть. Это какие-то у вас двойные стандарты. Ну, ведьма это тоже принадлежность, а не имя. То же самое, что кот. Не, ну по сути просто... Ну, это Ангелы, какой-то... это ты, что ли? Это какой-то позитивчик в игре, ребят. Веселуха. Ну, да. Дед Мороз, более... это тоже Дед Мороз. Ну, тем более адаптация. Или что, или тот же Дед Мороз тогда, пускай там ходил бы... Николай Иванович, да, Николай Иванович был бы, это было бы его имя, ну и чё. Так, ну что, есть какие-то идеи? Смотрю в чат, чат что-то вообще как-то грустит. Ну мы вроде, чё мы там, в КБ побегали, на ПХ потестить, побегали, ПХ, ну давай попробуем ПХ первый пройти.
чисто таблетки бомбовские. Таблетки поставь. А какого? Они первого уровня. В рот не... Ну прокачай что-то. Там первый, там же за самый можно за... заканчивать. Там ЗП-шка. Ой. А ЗП нету? Есть, ну прокачай, сколько прокачается. Я уже не понял, как прокачивать. Вот тут, да. Ну, да, на башенку нажми. Теперь в стрелочку вверх. Вот. Бесплатно. И пошел тратить. Бесплатно, все, тут, все бесплатно. Дальше. Бесплатный сервер. Вот, кстати, почему не могли на тестовом сервере сделать все бесплатно? В конце концов, он же тестовый. Так, ну давай десятку хотя бы. Подожди. Стой. Так. Ну вот ЗП тут мало пока просит. Ну да. Из самоцветов так по-божески еще. Вообще, я вот сейчас играю на китайке. Есть смысл чисто... вообще их прокачивать? Ну, ну, ну в плане, бонус будет. Ну сейчас уровень. Именно. Уровень сейчас самый будет. Сейчас... Бонус к атаке, к защите и радиус. Нет, это я и так знаю. Говорю, что в данной ситуации... Давай ставь героя. Ну хотя десятки. Ладно, плевать уже. Пошли. Тестируем? Маны нету. Так, ну что, давай. Так. Тыкву, девку. Кто там еще нам нужен? Валька, наверное, или Купидон. Влад. Гаргул. Кстати, можно гильдию создать, босса вызвать, да, вот. Предлагаю. Валька тут 5 и 10. Давай, короче. Не прокачал, ай-яй-яй. Влада какого-нибудь. Гаргула и дебафера. Черепа чё не берёшь? Шучу. Тут и дебафера не прокачаны. Ну, может, Дед Мороз заряжать будет. Варлок 7 и 10 пускай он будет. Так. Всё. По поводу Вальки у неё можно качать был скилл. Ну ладно. Давай в третью, да? Ух ты, давай. Хотя, ну третью мы не затянем по-любому. Давай посмотрим. Ну хотя бы просто посмотришь. Какой максимальный уровень у пэтов? 30. Пока. Ну сейчас на УЗИЛу за КГ что продавали. Да, видел. Да как бы она... Не знаю, у всех все в порядке со сноузилами, я думаю. Когда ты играешь, у тебя этих сноузил там выше крыши. Не знаю, есть смысл. А зачем там... он вообще нужен? Он уже практически не нужен никому. На босса? Ну да. А он не знает, что можно на босса брать. Так, нашу ведьму почти вырубили. Но ее лечат гаргулы и ее питомцы. Так, тыкву рубят. Такая куча мала. Все живые, да, могилка это тыква. Но правда тут сейчас не у всех питомцы, потому что где-то были сняты и не на всех героев хватило. Ну это из-за таблеток сдулись. Это дед, короче, долбанул и все, и таблетки упали сразу. Ладно, давай вторую. Просто дед все здания вынес, да, получается? Да. Жесть. У нас тут фанаты рыбалки появились. Этот карась похож больше на европейский удильщик или европейский морской черт. Ну на черта я согласен, что он похож. Ну не назовешь рыбу чертом. Ну да. Возьми с собой черта. 1000 чертей. Прям надо боярского тогда брать. Лицо выглядит. Пускай он будет боярским. Шляпу ему пририсуйте в русской версии. Юки Ицука пишет, играю 2.5 года и сноузилы до сих пор нет. Кого ты лечишь, а? Слышь, у некоторых тыкв нету, блин. Кого ты лечишь, блин? Сноузилы у тебя нету 2.5 года. Сноузилы не так падают, как тыква с карт легендарных. Тыква чаще падает. Да я не поверю, что за 2.5 года не будет у человека сноузила. Понимаешь, и все играют по-разному. Некоторые фармят 3 квеста в день, некоторые фармят 1 квест в неделю. Некоторые 7, да, в день. Ну, наверное, там зашел в игру, потом пару лет не играл, потом обратно зашел. Блин, у меня нет героев, как так? К
что ты и вторую сдулся. Первую хоть пройдет. Стой! Виктори, прикинь. Опа! Тихо, я зашел, ну, я выходил с пустоши хаоса второй, да? Ну, посмотрите, они все живы, а мне победу, короче, засчитали. Так, все запоминаем. Что вы там, Тима, вы там исправили отображение там имен сагильдийцев, да, Бак? Да он собачка сейчас. Кто здесь? Кто здесь? Давай еще раз попробуем. Ну, подожди только чуть до босса хотя бы. Давай. А может это вообще на этом сервере так, или это будет на русском? Так, нажал выход, Виктори. Четвертую надо попробуешь так. Ну, я сейчас пропаду. Тут что я третью пустошь фармлю? Четвертую? Ну. Запустил четвертую, вышел. Выход... И время, экономия. Выход нажимай. Нет. Глюк какой-то. Разовая акция была. Так, ну что, еще идея есть? Есть! Есть, давай, воплощай. Ну вот собачка сейчас что-нибудь там расскажет. Так, что? Гильдию создай, босса вызови, блин. Ну что ж много раз. Мои пэты топят за гильдию. Я уже и забыл, как гильдию создавать. Нет, надо выбрать именно здание гильдии. Гильдия. Пацаны, пишем в чате, как гильдию назвать. Создать гильдию сверху. А, елки-палки. Пиши. Ну, раз. Ребят, как гильдию создать? Диктатура как-то. Диктаторы. Прикинь, потом через месяц дают тебе этот аккаунт, и там 75 человек. Понабрали, да. Разработчики вступили. Ютуберы назови, мне как хочешь. Ну давай. Блин, не хочет на русском писать. Ну вообще писать у меня не хочет. Так, он у меня вообще писать не хочет. Что за... Что за... Единичку поставь. У князя ТВ сломанная клавиатура. О! Все. Ну у меня сейчас, кстати говоря, ребятки... А, нет, слава яйцам, все запустилось. Гомункулы, карась, питомник. Питомник, да. Пандорум, диктатура. Так, гильдия. Ну, создать гильдию. Ну не пишет он нифига. Вступи. Блюз такс. Да в рот мне... А скаф ставить ничего, да, нельзя копировать, ставить блюз такс нельзя. А что не так? О, сейчас начал писать. Короче, ладно, диктатура. Пускай. Ну, моя гильдия должна засветиться на сервере разработчиков. Ищет свой флаг. Ага. Необходимо силы. 150 тысяч. Ну мы от 180 набираем. Так, все, давай. Только тут должен был быть веслоухий, Ник, а не Скарбек. Хорошо. Переминуй. Тут возможно. Новая функция. Так, добавит в обновление. Подарки гильдии. О, мы нафармили тут кристаллов. 500 надо, да? Да, чтобы давай босса подарим. Так, и... Только первого сможешь босс, кстати. Гильдия не прокачана. Ну да. Так, ну, это как прям на этом... На русском сервере. Сразись с боссом. Войти. Вы хотите его активировать? Да. Да. Итак, то чувство, наконец-то, когда я в своей гильдии на боссе буду первое место. Единственное. Да, единственный раз. Так, что, тыкву возьмем? Да, я думаю, мы тыкву... Поставь ее одну. Одну? Зачем тебе толпа? Ее сейчас за 10 секунд вынесут демоны. Да я вообще попробуй не одну. Помню, я вообще не помню, как он там это. Он не станет даже. А, да, там вообще все так грустно. Ну давай, надо понеслась. Надо было ей ангелочку поставить. Да вон у нас карась. Артефакт я так и не поставил никакой, да? Надо было отхил поставить. Да ладно, он ее вынесет.
Ну так она не хилится практически. Как карась? Ну карась... 700 ее лечит, ну что это фигня или сколько? А почему? Она сейчас, надо было ей жил стать рунами, которых нету. Она пожила, он все в тыкву был уперся. А, смотри, она умирает, тыквы еще остаются, да. И они еще добивают. 10 секунд, да. Сколько? Да, они, если 15. Их убивают, они взрываются, вообще так выиграл один раз. Так, давай посмотрим при взрыве. А, кстати. Нет, они умерли, они их не убили. Окей. Если сами по КД выходит, тогда артефакт. Поставь ей этот артефакт от хил. Где здание-то? Вот. Разблокировать. Кубок жизни. Перейти. А, ну это надо тут проходить подземку. Хотя бы что-нибудь ей поставить. Да, смысл толку. Ну давай, артефакты, свиток мастерства. Ну, быстрее будет бить, нормально. Окей. И, ну давай с тыквой ее. Ангела, нет, ангела поставь. Это, и одну выпускать, типа? Да, опять возьми ангела. Ангел, он же еще щит ставит, да? Да. Да, может, кстати, будет ее успевать. Так, погнали. События. Сразись с боссом. Вызов. Ты не забывай, что у тебя еще есть магия здесь. Да неинтересно с этой магией. Так, щит. Да. Ну, отнимает меньше. Ну, отнимает все равно. Ну, отнимает. Меньше. Ну, ангел, хиль. 4320. Давай ее урону добавим. А все равно она упирается в 35. И без добавления. Ну давай с тыквы, короче, выпустим и добьем его. Слушай, тут и, блин, тыквы тоже по максимуму. А, подожди, стой, возьми трианта по-братски. Вот ее высади, пускай ее бьет, трианта оживи, пускай она это, он в тыкву это, он с тыквами борется. Она будет сдалека ее тыквами его закидывать и все. Не, на тыкву он будет агриться? Да. Ну, если на трианта не перейдет. Ну, хотя они ближе, да, чем триант может. Будет, да. Ремку поставь ему. Только хочешь прикол? Или я пролистал? А, вот. Нет. Или с трианта вообще сразу начинаю высаживать. И все, пускай он в него упирается, и все. В трианта? Да. Он его рубанет сразу, он 60-го уровня. Тыквы будут близко возле него. И он на тык сагрится, и все, и она останется одна сдалека тык выпускать. Не будем качать триант? Стратегия. Не-не-не, давай. Так, попробую, я хочу. Заодно и проверим, агрится он на тыкву или нет. С трианта начинаем. Все, его с тыквой. Все. Чит! Да. Жизни больше, чем у нее. Она еще и добавляет, будет. Короче. Да. Ну вообще класс. И все, она будет, да, она просто досылает тыков и все. Но это слабенький босс. А если будет босс, который будет с одного удара срубать или демон? И он будет, вот именно, он что будет... он будет срывать их, и они сам еще себе урон будут. Но он не будет, он не, смотри, они так близко стоят, у них ближний бой. Он, ну, убьет одну тыкву, переключится на другую, эта ведьма будет досылать тыкв. Каждые 10 секунд, да? Да, нет. Ну, может быть, конечно, да, будет 10... не успевать досылать тыкв, но сам факт, что вот, прикольно. Может, она не будет успевать досылать. Если будет, это будет вообще пипец. Ферма такая. Так еще гаргула какой-нибудь поставь сзади, чтобы он их лечил еще, и щит давал. А все. Тыквы лечатся? Да. От гаргула? Да, они от ангела этого тоже лечатся. Кого придумали герои, а? Неубиваемый, короче. Танк. Это новый танк. Который не получает урон. Блин, стрим уже пора заканчиваться. Я тут уже все конфеты сожрал. Ну вот мы читик открыли неплохой. Можно на этом заканчивать. Все конфеты почти сожрал. Коровок. А что, коровки кушаешь? Надо тоже сходить, у меня есть. Давай завершать на этой хорошей ноте тогда. Интересно получается. Ну что, доролим сейчас последний. Только набраться терпения. Что ролим напоследок, пацаны, таланты или героев?
Да, таланты. Героев, конечно. Да, героев неинтересно уже. Я от ролла талантов меня в дрожь бросает. Все, она одна завалила бы за 3 минуты его полностью. Угу. За 2, да. Туда можно было даже не Атлантикову. Да там любого героя, любую первую цель, чтобы он ее убил и переключился на тыкву. Там плевать уже, кто будет. Вот. Так. Так, ну что, героев тогда? Да? На склад. Ты что разблокируешь места, блин? Ну еще одна выпадет. Пока ролю героев хотелось бы тут сказать одну вещь, ну, для меня интересную. Заключается в том, что я, конечно, сейчас не бегаю, там 100 плюс 500 мобильных игр не играю и так далее, но могу сказать, что, блин, ну, с этими питомцами достаточно свежая тема и не похожая на других. Но он, как бы она есть, там у всех есть питомцы, но вот как-то, как это здесь сделано, что-то такое интересное, необычное. И главное, что они доступны сразу с нулевого аккаунта и очень хорошо позволяют стартануть. Да, начало, вот эти бонусы. Постоянно, кстати, если не заметили, с каждым выходом обновления, может, не с каждым выходом, но начинать раньше было вообще нереально сложно. А, да, да, да. А если сейчас, там, допустим, за два дня можно силу поднять там с нуля до 6 до 10 тысяч, блин. Раньше этого месяца три уходили. Нет, на это. Ну, не забывай про тот факт, что раньше ты мог спокойно начинать с зелеными и синими героями играть, а сейчас тут... И сейчас можешь, петов поставил. Я сейчас с синими героями играю на китайке, с петами 2-3 уровня, без прокачанного умения, я тащу там вообще нормально. У меня умение прокачано на 2, блин. Я тащу, блин. Все, у меня вообще не прокачаны умения. А время китайское, да, здесь стоит? Скорее всего. Нет. А сколько сейчас время? Там, где почти 9. 12 часов разница. Это не китайское время. Может быть, американское. Возможно. Так, ребятки. Ну что, на этом все, я думаю. Будем закругляться. Вот. Ну что, всем спасибо за участие. По-моему, было прикольно. Когда в следующий раз встречаемся? Нужен повод. Решим, да, будет повод. Сейчас у нас просто прям целый первый, третий, точнее говоря, уже полноценный перезапуск. У нас поменяется вообще все. Новая эра, да? Уже и даже мы в этот раз хотим поменять иконку нашу любимую. Ух ты, и кто там будет, карасик на ней? Нет. Увидеть. Слоник. Нет, ну не то, что прям полностью. Мы ее сделаем так, что будет заметно, что-то поменялось. А так, но, конечно, остались. Наверное, стрелу нарисуют. Нет, да, грудь нарисуют. Да, кстати. Вот, предлагаю на пару размеров увеличить грудь у стрелочницы. Или как она? Забанят? Грудь может перетягивать на тебя все внимание. Все будут думать, что игра про грудь. Ну, главное, скачивай. Ну, сначала она про грудь. Когда у тебя есть убийцы, когда у тебя есть эти... В общем, всем, кому понравилось, если вы хотите, чтобы вы продолжали такие стримы на тестовом сервере, все вместе с весельем. Ставим лайки, репостим. Ставим лайки, да, и пишем в комментах, что да, круто, понравилось, все хорошо. Вот, мы, в свою очередь, от лица IGG постараемся сделать все возможное, чтобы все-таки обновление выкатить в ближайшее время, как только победим все баги. Не хотим вам выкатывать сырую версию, поэтому вы уж не обижайтесь, если немного займет время, потому что, ну... Мы хотим, чтобы продукт уже был у вас финальный, нормальный и без косяков. Рабочий. Да. Да, поэтому как бы, ну, нет смысла торопиться, мы лучше сделаем хорошо, но чуть попозже. Поэтому ждем. В свою очередь хочу сказать спасибо, конечно, Тиме, что вот организовал такую тему интересную. Вот, и я думаю, что всем было интересно посмотреть, потестить. Далее хочу выразить то, что, блин, ну мне обновление, не знаю, что как вам, но мне обновление понравилось, реально что-то интересное, и единственное, конечно, есть вещи, которые пугают, это в первую очередь касается того, как выглядит Пегасик, и второе, то, что нужно тратить кристаллы героев на прокачку умения этих питомцев, и причем нужно тратить намного больше кристаллов героев, чем, к примеру, если ты будешь качать какого-то героя умения, то есть все мои планы в этом плане рушатся. А у меня уже все прокачано практически. Да, все на десятке? 20 героев, 9 и 10, да? Практически все на девятку и 5 героев на десятку.
Мне тут тоже не хватает. Хотя у меня 15 героев на 10. Короче, не, ну не все же подряд на десятку качать. Ну мне понравилось, все... ребят, мне как бы одного понравилось. Ну свежо, я свежо, буду ждать, интересно. Да, что-то такое свеженькое, они просто тупо взяли там. Ну мы это прям, мы это планировали прямо, и как бы идея вся была в том, что это будет прямо третий перезапуск на третий год игры, можно сказать практически, ну. Ну конечно, новая игра — это громко сказано, но это. Действительно наступает новая эра, но не просто новая эра, как в прошлом году, а теперь эра питомцев. Что будет в следующем году, что мы еще придумаем, не знаю, но на самом деле очень радует наша комьюнити, наши игроки. Нам уже 3 года для мобильного проекта, это очень большой срок. И я надеюсь, что мы как World of Warcraft какой-нибудь будем существовать 20-30 лет и будем только расти вместе с вами. И игра будет меняться каждый год до неузнаваемости, становится больше, интереснее, круче, и все это вместе с вами, это будет офигительно. Поэтому спасибо за поддержку, мы ее чувствуем. Вот. И поменьше спамьте только ВКонтакте и ругайте нас поменьше, потому что мы делаем все, что можем, и на самом деле мы делаем все, чтобы только наши игроки были довольны. А понятно, что не всегда это может вам нравиться, потому что что-то задерживается, что-то происходит не так, но как бы мы стараемся. Главное, про 300 самиков не забудьте, и все окей. У меня еще вопрос к тебе напоследок, Тима. Ты, помню, нас заверил, обрадовал, можно сказать, тем, что там в плане в гильдии что-то изменится, то есть там появятся какие-то новые темы, постройка базы и так далее. Когда это нам ожидать? Это будет четвертый перезапуск или что это? Нет, это вряд ли будет четвертый перезапуск. Я надеюсь, что до конца года, возможно, это появится, что строительство базы огромной вместе с остальными гильдийцами и ее оборона. Но это как бы было только в планах, это в планах стояло на октябрь, сейчас как бы, соответственно, все немного съехало. То есть решили в первую очередь добавить питомцев. То есть, ну там, понимаешь же, это как бы есть планы, и что быстрее получается, что быстрее как бы, ну, оказывается рабочим, то мы и выпускаем свет. Поэтому это все будет, по крайней мере, это уже точно было засвечено в официальных наших планах. Это стоит где-то у разработчиков в списке дел. Когда, что конкретно, я сказать не могу, мы получаем информацию там только про следующее обновление, что будет, и то что-то может меняться на ходу, потому что, например, сказали, что будет то-то, 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 начали тестировать, оно не пошло, и что-то может меняться на ходу, но это, блин, это гейм-индустрия, это игры, и здесь все сложно, причем проект такой огромный уже, вы сами видите, сколько там внутри у нас всего уже наворочено. Поэтому тут какие-то изменения тоже нужно вводить с осторожностью, чтобы не сломать то, что есть, поэтому... Не все так быстро, как хочется, но планов громадье, идей просто тьма, и очень много идей от комьюнити, от наших игроков, которые мы видим, мы читаем, даже если вам никто не отвечает напрямую, это все равно записывается, видится и передается разработчикам. Они, возможно, не в том виде, прям как вы написали, но, например, и ваша идея подтолкнет их на создание чего-то другого. Поэтому главное, просто помните, что мы все видим, все читаем, все слышим, и как бы, ну, мы работаем для вас. Подписывайтесь в ВК. Да. Да, ребятки, ну что, все тогда. Не забываем подписаться на канал Руслана Кудрина, Мнимый Плей. Не забываем подписаться на Урана 83. Это Миха, он с нами также присутствовал сегодня на стриме. Николай, это Николай, у него канал так и называется. Топовый игрок. Топ-6, тебя еще не скинули? Не. Там пилит свои... Меня не скинуть, у меня запас есть на поднятие силы. Пилит свои донатские видосики. Вот. И также... Пишемся, подписываемся на мой канал Князь ТВ, и вскоре на этом канале, у кого логовал или не видел полностью стрим, будет выложена запись данного стрима. На этом да, все. Я попрошу Сань тебя скинуть мне ссылку, чтобы я ее повесил в сообщении в этом в официальной группе. То есть все, кто не смог посмотреть, смогут кликнуть на ссылку и посмотреть тебя на канале. Вот. На этом все. Всем огромнейшее спасибо за то, что пока, смотрели. Пока. Большущей вам удачи. Пока. Да, ждем обновления. Удачи, короче, в игре. Да. Устанавливаем. Ставим запись.